Медиагруппа «Авангард» представляет. Коллеги, доброе утро. Мы сегодня обсудим с вами машиночитаемые доверенности и все, что будет происходить с нами с 1 января 2022 года. Темой доверенности мы уже где-то полгода занимаемся тематической рабочей группой в Сколково, в фонде «Сколково и оно цифровая экономика». И у нас как раз в основном состав представлен участниками этой рабочей группы. Мы сегодня достаточно предметно сможем обсудить те проекты нормативных актов, которые готовятся в том числе с участием рабочей группы. И, конечно, невозможно не вспомнить прошлый год, прошлый PKI-форум, когда мы говорили о том, что у нас переход на сертификаты физлиц в взаимодействии участников электронного документооборота, в взаимодействии юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Это достаточно такая серьезная революция в электронном документообороте, связанная с большим количеством рисков, очень много вопросов вызывающая. Часть вопросов мы, наверное, с того момента сняли, но, тем не менее, остается еще много таких проблемных зон, которые нам предстоит решить. И сегодня мы все это с вами обсудим. Я предлагаю начать, наверное, с того, что, собственно, произойдет с 1 января 2022 года. Что же это за революция такая нам предстоит? Дмитрий Ушаков, поделитесь с нами вашими идеями по этому поводу. Коллеги, доброе утро. Я представляю банк ВТБ. Расскажу немного о нашем видении ситуации. Да? Ну, во-первых, почему я здесь. Да? Бурное развитие дистанционных каналов предоставления финансовых услуг привело к тому, что при взаимодействии с клиентами, государственными органами, Банком России в рамках электронного документа оборота банки используют все установленные законом виды электронной подписи. И простую электронную, и усиленную неквалифицированную, и усиленную квалифицированную. Поэтому вопросы, которые обсуждаются на форуме, вызывают по понятным причинам наш живой интерес. Я не удивлен, что вчерашнее обсуждение во многом было посвящено вопросам, связанным с изменениями закона об электронной подписи, которые были приняты в декабре прошлого года, так как их масштабность, которая предусматривает реформу удостоверяющих центров, и изменение порядка подписания электронных документов, и вводит новые сущности, такие как машиночитаемая доверенность, доверенная третья сторона, метка доверенного времени, взбудоражила рынок, и мне кажется, он до сих пор еще не отправился от шока. Вот, поэтому нам есть о чем поговорить. Теперь к теме нашего сегодняшнего круглого стола. Да. Почему она, тема использования машиночитаемой доверенности, так принципиально для участников электронного документа оборота. Но ее выход на первый план обусловлен тем, что в рамках тех фундаментальных изменений, о которых я сказал выше, с 1 января 2022 года, как сказала Лена правильно, да, предусматривается изменение порядка подтверждения полномочий при подписании электронных документов электронной подписью. Все просто, да? И поэтому я в своем выступлении, вот, наверное, своей задачей вижу, как бы вот немного рассказать об изменении того правового ландшафта, который произошел. Ну, формат у нас круглого стола несколько неформальный, поэтому позволю в качестве эпиграфа небольшой анекдот из будущего. Да? Представитель бизнеса обращается в правоохранительные органы и приходит на прием к следователю. И говорит, вы знаете, такая ситуация, от меня требует крупную сумму денег представители криминалитета. Следователь такой говорит, ну а как вы об этом узнали? Ну, говорит, понимаете, говорит, я получил электронный документ, в котором некто Иванов требует от меня крупную сумму денег. Ну, следователь говорит, сейчас разберемся. Посидел, посмотрел документы, потом говорит, вы знаете, а все-таки деньги вам придется вернуть. Говорит, а как, почему? Говорит, ну, говорит, вы просто невнимательно посмотрели доверенность. Там же написано, что она выдана начальнику отдела по возврату просроченной задолженности банка ВТБ. Вот. То есть это я к чему? Да? К тому, что эффективность механизма подтверждения полномочий – это ключевой элемент снижения риска получателя электронного документа. А что же произойдет с 1 января 2021 года? Смотрите, если действующая редакция статьи 14.63 закона при подписании электронного документа от имени юридического лица допускает возможность использования усиленной электронной подписи
в сертификате ключа проверки, который наравне, ну, в качестве владельца наравне с юридическим лицом указывается физическое лицо, которое вправе действовать по доверенности, то с 1 января 2022 года такие сертификаты прекращают свое существование. Их выпуск с этого момента будет невозможен. Им на смену как раз и должен прийти механизм подписания документов, электронных документов, усиленной электронной подписи физического лица с доверенностью, которая выдана юридическим лицом. Что написано в 476 законе? Что такая доверенность должна быть представлена в том числе в электронной форме в машиночитаемом виде. И представляется она в пакете документов, либо в ином порядке, который установлен соглашением сторон или нормативным правовым актом. Вот с этого момента и начинается, как вы понимаете, самое интересное. Учитывая то, что такая сущность, как машиночитаемая доверенность, в законодательстве не определена, то ее введение требует серьезной корректировки как нормативно-правовой базы, так и программно-технических средств и внутренних процессов участников электронного взаимодействия. Хотел отметить, да, что в настоящее время ведется работа подготовки как раз подзаконных актов, которые устанавливают форму машиночитаемой доверенности, определяют требования к ее хранению, использованию, отмене, порядок формирования классификатора полномочий. Эта работа, ну, это большая работа, которая требует серьезных усилий как от государственных органов, а в работе задействованы, принимают участие Министерство цифрового развития, Федеральное казначейство, ФНС, ФСБ, Банк России, так и от представителей бизнес-сообщества, от которого в работе принимают участие эксперты профильной рабочей группы фонда Сколково. И во многом от успешности этой работы будет зависеть безболезненность прихода с одного процесса подтверждения полномочий на другой процесс. Но, вы знаете, есть еще другая сторона медали, которую я думал вчера. Да, вот в ходе одной из сессий представитель CryptoPro сказал, Юрий Маслов, да, сказал о том, что у нас в этой части, ну то есть в вопросах облачной электронной подписи и вопросах машиночитаемой доверенности, правовое регулирование идет впереди автоматизации. И вы знаете, вот этот вопрос мне кажется ключевым, потому что, ну, если у нас получится такая ситуация, когда есть нормативно-правовое регулирование, а средств, а сущность не автоматизирована, то непонятно, как ее использовать. Да? И это может стать серьезной проблемой, пока я не знаю ответа на этот вопрос. Вот. И знаете, еще одна проблема, которая вызывает наше беспокойство, это судьба усиленной неквалифицированной подписи. Вот смотрите, какая ситуация. Дело в том, что конструкция 63-го закона устанавливает более либеральный режим для использования усиленной неквалифицированной подписи с возможностью установления соглашением сторон случаев признания электронных документов, подписанных УНЭП, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью. Однако требования к содержанию сертификатов ключа проверки электронной подписи базовые идентичны как для УНЭП, так и для УКЭП. То есть с 1 января 2022 года невозможно будет выпустить юридическому лицу неквалифицированный сертификат, в котором в качестве владельца наравне с юридическим лицом указывается физическое лицо, действующее по доверенности. Учитывая большое количество выпущенных таких неквалифицированных подписей, их тотальная замена, мне кажется, абсолютно необязательна для бизнеса. И в этой связи, а также то, как я сказал выше, то, что по духу 63-го закона предусматривается более мягкое регулирование в отношении усиленной неквалифицированной подписи, кажется, представляется целесообразным вернуть возможность выпуска юридическим лицам неквалифицированных сертификатов, в котором в качестве владельца указывается наравне с юридическим лицом физическое лицо. Я, наверное, на этом закончу. Вот. Спасибо будет, большое. Будет возможность, наверное, нас еще пообсуждать эти все вопросы. Как вступление, я думаю, этого достаточно. Спасибо большое. Да, Дмитрий, спасибо большое. Ну, хотелось бы задать вопросы представителю регулятора Федору Новику о том, как вообще эта система, новое подписание, повлияет на развитие электронного документооборота. Как вы считаете, будет ли это стимулировать
электронный документооборот, его развитие, или, возможно, какие-то сложности появятся теперь у организации, с которыми нам предстоит совместно справиться. Да, спасибо, Елена, за вопрос. Прежде чем отвечать на этот вопрос, небольшая ремарка, наверное, к выступлению Дмитрия. Мне очень понравилось замечание, которое, получается, у нас кочует из дня в день, начиная с Юры Маслова, да, по поводу того, что автоматизация опаздывает, а законодательство уже идет вперед. И действительно, в рамках вот работы над этим документом, над этим комплексом документов, как требования к машиночитаемой доверенности, форма машиночитаемой доверенности, которую там, совместно с Минкомсвязью сейчас делаем, видно, что даже там, в попытке определения правила формирования полномочий мы натыкаемся на ситуацию, когда не совсем понимаем, как сделать, чтобы это работало. Потому что практика действительно еще там до конца не сформирована, но есть там потребности у бизнеса, чтобы максимально были учтены возможные полномочия в этом документе. Вот. Я, наверное, не сторонник того, что это совсем новый инструмент, потому что мы, как служба, уже довольно давно используем информационные сообщения о представительстве, кто знает, кто сдает отчетность. Надеюсь, что здесь все такие. В электронной форме те знают, что у нас, когда сдаешь доверенность через представителя, прикладываешь к декларацию через представителя, к декларации прикладывается как раз аналог доверенности. Мы его называем информационное сообщение о представительстве, потому что в нашем понимании возможность наделения человека полномочий немножко шире, чем только доверенность. Есть и другие, конечно же, возможности наделения полномочиям человека. Вот. И у нас там предусмотрен некоторый перечень реквизитов, чтобы автоматизированно понимать, что у человека есть полномочия, разбирать. А мы это сделали больше для своего удобства, чтобы снизить затраты наших инспекторов на работу с бумажными документами и проверять автоматизированно. Вот. Поэтому такой инструмент уже есть. И если возвращаться, Елена, к вашему вопросу по поводу того, насколько это повлияет именно на электронный документооборот, сама форма доверия, который высказывает доверитель там, лицу, вряд ли как-то скажется именно на электронном документообороте. То есть это инструмент, с помощью которого получатель определяет, может ли тот, кто подписывает документ, подписывает документ. И если раньше это было видно из ключа, сейчас это будет видно из доверенности машиночитаемой, потребуется какое-то время для того, чтобы переработать информационную систему, безусловно, но именно какого-то толчка либо какого-то там пути назад вряд ли даст, потому что здесь правильнее говорить об удобстве использования вообще инструмента электронной подписи. Вот. Это, мне кажется, более важный вопрос в сфере этих изменений, насколько комфортно будет организациям подписывать документы электронной подписью не генерального директора, поскольку это электронная подпись будет физического лица, ее использование тоже несет за собой некоторые сложности. И насколько генеральные директора захотят, смогут, будут иметь возможность самостоятельно подписывать документы в случае, если они не захотят делегировать эти полномочия. Вот мне кажется, что в эту сторону нужно облегчить эту процедуру для того, чтобы потом использование документов электронных было более массовым и распространилось больше по территории нашей страны, ну, точнее, даже не территории, а, получается, онлайн-территории. Спасибо большое. Нина Ивановна, как вы считаете, действительно ли у нас ничего глобально, именно с точки зрения права, в данном случае не меняется? Или все-таки у нас действительно трансформируется, в том числе, понимание области представительства, да, и трактовка Гражданского кодекса, когда мы говорим об электронном взаимодействии? Конечно, я хотела очень похожий вопрос задать аудитории, но такой вопрос к юристу закономерен, конечно. Можно я начну с своего вопроса, вот как раз представителю регулятора, потому что он очень похож. Вы знаете, очень мне понравилось замечание о том, что такие инструменты, связанные с полномочиями, существуют. И, в общем, это не единственный способ, тот, о котором говорится, вообще юридически закреплять полномочия. Тут же возникла аналогия о том, что вообще-то и в электронном виде полномочия, например, будут представляться для представления в суде. Вот. И в этой связи у меня и собственное мнение, и, в общем-то, вопрос. А вы не считаете, что вопрос с предоставлением полномочий, равно как их
отзыве, истечении и так далее, надо решать на более универсальном уровне, нежели биться и действительно мозговой штурм, реально это видно, что он идет, устраивать по поводу только одного вида закрепления полномочий, вот применительно к действию закона об электронной подписи. И вот у меня есть свое мнение, но сначала я хотела послушать, вы не против? Ну вот как вы считаете, ведь вот вы сами столкнулись с этой ситуацией, когда полномочия-то вообще-то уже закрепляются только по другому поводу, может быть, сделать какой-то универсальный инструмент? Просто мы не так давно обсуждали со своими коллегами из бизнеса этот вопрос. Нам интересно использовать машину считаемой доверенности не только в целях электронного документооборота. Ну да, то есть все-таки мысль такая существует не только у сугубо юридического сообщества и его представителей, но и у всех остальных, кто использует. Но вот я считаю, что это является юридической общей проблемой применительно к этому, но все-таки локальному для юриспруденции вопросу. Я ответила на ваш вопрос? Да. Кто-то еще готов ответить на вопрос Нины Ивановны? Давайте тогда... Да, да. Можно? Вот я тут сижу и думаю, мне кажется, что это... Характерно для нашей страны, когда появляется какой-то инструмент, а потом с подачи бизнеса, в первую очередь, он начинается использовать не совсем так, как изначально задумывался, может быть, в более расширенном понятии. Поэтому я не исключаю, что через какое-то время мы действительно перейдем к тому, о чем вы говорите. Ой, вообще-то это характерно, я считаю, но если не для любой страны, то для любой правовой системы. Вот у меня был доклад. Я коснулась вопроса машиночитаемая доверенность. В более широком контексте можно сказать, что такое доверенность – это действие. Вот юрист, да? Значит, это юридическое действие. Соответственно, речь идет о машиночитаемом юридическом действии. И эти машиночитаемые юридические действия, они в принципе с технологической, ну, со стандартизованной, как скажешь, с точки зрения стандартизации, должны каким-то образом универсализироваться, потому что и у них должны быть какие-то части, характерные для всех. Например, вот я приводила пример, и существует не только проблема подстраивания юридической схемы таких действий под гражданский кодекс, но существует и обратная идея, когда я даже использовала вчера термин, может, не очень приличный по отношению к фундаментальному ГК, что и гражданский кодекс прогибают под машиночитаемые действия. Например, вот в качестве примера совсем недавнее изменение ГК под 3D-модель применительно к патентованию. Почему? Потому что в процессе патентования будут производиться именно те самые машиночитаемые юридические действия, которые полномочиями не являются. И фактически эти действия приводят к машинному принятию решения. Почему? Когда 3D-модель просто анализируется особым образом на дублирование при патентовании, и это делается машинным способом. Это классическое юридическое действие, и оно, в общем, уже закреплено в ГК. Да, наверняка будут новые задачи появляться, и более широко будет восприниматься вот это изменение. И сейчас мы, конечно, уже замечаем, что для организаций какие-то принять выводы о том, как классифицировать полномочия, с которыми организации имеют дело, это довольно-таки сложная задача, потому что нужно все эти юридические действия привести к какому-то понятному списку документов, то есть привязать это именно к подписанию конкретных документов. Соответственно, мы сейчас работаем с очень такой локальной задачей и не трактуем это так, как, наверное, это воспринимается там, при бумажном взаимодействии, когда полномочия описывают именно действия, а не подписание конкретных документов. Да, Сергей, пожалуйста, вы хотели прокомментировать тоже этот вопрос? Да, тут просто, мне кажется, очень много мы смешали сразу вещей в одну кучу, и если мы их сейчас не разделим, то мы запутаемся, еще даже не начав дискутировать. Вот давайте, что я считаю правильным разделять, да? Во-первых, мы прекрасно понимаем, что если мы пользуемся электронной подписью, то мы пользуемся ею с помощью какого-то программного обеспечения.
как правило. Значит, наложить электронную цифровую подпись вручную, конечно, можно, особенно человеку, который знаком с криптоалгоритмами и так далее. Вот, но никто этого не делает в быту, понятное дело. Поэтому на самом деле, когда мы говорим о доверенности, мы говорим не просто о действии, дающем полномочия, но и о праве совершать со стороны какого-то участника какой-то определенный набор действий. И здесь какого типа разграничения необходимо провести? Действия, которые совершаются, условно говоря, в общем смысле, да, то есть в любой доступной форме, любыми методами и так далее, без ограничений. Действия, которые совершаются с помощью информационных систем. Вот этих действий второго типа, их становится все больше и больше. И когда вы говорите, что гражданский кодекс прогибается, на самом деле нет. Это не гражданский кодекс прогибается, это формы развиваются. Просто у нас есть понятие письменные формы, и, ну и в частности доверенности как письменного полномочия. Но ведь фиксация в виде там, набора тегов, набора буллетов, набора галочек, любыми другими техническими средствами, это тоже письменная форма по своей сути. Потому что она имеет носитель, она имеет возможность быть техническими средствами подтверждена. И поэтому на самом деле этот шаг естественный по мере развития машиночитаемого взаимодействия. Вопрос в другом. Вопрос в том, что если мы начинаем атомизировать, сводить к галочкам эти возможные полномочия, их удобно обрабатывать машиночитаемо, но теряется свобода, условно говоря, делегировать нечто необычное. Вот я бы скорее сейчас про это поговорил, про, условно говоря, там, свободу договора и как там, ну, условно говоря, как частный случай в каком-то смысле. Юриспруденция, да. Это называется вообще-то воля, проявление воли, потому что даже сделка является согласованием воль. А воля – это значительно более детализированная вещь, чем любой каталог, из которого вы выбираете. Правильно. Но смотрите, ведь когда мы с вами говорим про реальное действие в реальной информационной системе, к сожалению, этот набор этих действий ограничен функционалом информационной системы. Поэтому на самом деле при всем многообразии, которое мы, конечно же, с вами должны защищать, те реальные технические доступные способы реализовать свою волю, они ограничены. И поэтому, на самом деле, обсуждая машиночитаемые доверенности, я бы в первую очередь говорил, коллеги, про то, каким образом реализовывать эту волю, в том числе с помощью информационных систем. Если там функционала соответствующего нет, ее можно реализовать, конечно, как-то иначе. Но в этом случае машиночитаемая доверенность уже нам не поможет, она просто не требуется, поскольку и машиночитать-то нечего. Поэтому, смотрите, вот первое, это все-таки я бы сузил обсуждение с общегражданского представления о доверенности до именно машиночитаемой сферы применения, да, а именно применения в информационных системах. И обсуждая это, я бы обсуждал в первую очередь тот функционал, который с помощью доверенности машиночитаемой может быть реализован. Спасибо, Сергей. Ну, собственно, об этом мы сейчас и поговорим как раз, да, и у меня предложение к Наталье Никитиной и Альберту Салимову рассказать, собственно, какие сейчас проекты нормативных актов готовятся и как можно их систематизировать. Наверняка здесь в зале многие знакомы с этими проектами, но, наверное, будет не лишним как-то это немного по полочкам разложить, что сейчас у нас предусмотрено 476-м федеральным законом. Пожалуйста. А можно мы закончим немножко вот эту вот тему? Связку. Я хотела бы закончить. Да, конечно. Нет, не просто, не потому что она конечна или бесконечна. Вот скажите мне, пожалуйста, что такое для вас термин машиночитаемости? Вот дело в том, что машина прочитать может все что угодно. Вы файлик в Word набьете, машина прочитает. То есть вы возьмете файлик, сформируете в бинарник, машина его прочитает, я вас уверяю. Поэтому, когда закладывали этот термин в законодательство, что имели-то в виду? Имели в виду возможность автоматизированной обработки этого документа и принятия решения, да, автоматически. И что Сергей хотел сказать? Вот скажите, кто-нибудь верит, что можно автоматизировать на 100% вот обработку доверенности и принятие решения? Смотрите, давайте, это очень правильный вопрос. Несмотря на то, что он нам сейчас сломает, я боюсь, дискуссию всю. Значит, он правильный для того, чтобы ее продолжить, конечно. Да, да, но смотрите, давайте
Вот это действительно определяющий сейчас вопрос. И я могу сказать, что сейчас в центре компетенции зреет медленнее, чем мы планировали, но все-таки зреет такой документ, как развитие машиночитаемого права. И вот эта часть, я надеюсь, уже выкристаллизовалась внутри, потом будем обсуждать снаружи с экспертами. Значит, вы абсолютно правы. Машиночитаемость в смысле того, чтобы буквы, которые там написаны, прочитать, это не машиночитаемость, которая определит возможность для соответствующего человека да, совершить какое-то действие. Поэтому машиночитаемую доверенность оторвать от этого самого действия, которое он может совершить, невозможно. И дальше ключевой вопрос следующий. Какого типа действия можно совершать в информационных системах или какого типа действия можно совершать вне информационных систем? И здесь, вот смотрите, мы, обсуждая машиночитаемую доверенность в отрыве от машиночитаемого договора, от машиночитаемой сделки, будем все время оказываться в ситуации, когда у нас машиночитаемая доверенность как набор полномочий хорошо формализована, а те возможности, которые в предмет договора можно заложить и в существенные условия, плохо формализованы. И проверку между ними в автоматическом режиме, конечно, в этом случае провести будет нельзя. Поэтому в моем представлении нам нужно обсуждать минимум 10-летний процесс, сложный и долгий, перехода к тому, что мы и договор будем собирать из тех кубиков, которые могут быть реализованы там, в полуавтоматическом, квазиавтоматическом режиме, проконтролированы, проанализированы, сопоставлены. Мы будем обсуждать автокомплайенс, еще огромный пласт других вопросов, которые неразрывно с этим предметом связаны. Отдельно обсуждать машиночитаемую доверенность, ну не то чтобы глупо, но мы просто несколько раз потратим деньги на то, чтобы перестроить все свои информационные системы, не получив value added. Поэтому вы абсолютно правы, невозможно оперировать общим термином машиночитаемости, не конкретизируя, что мы все-таки в конечном счете про сделки, мы все-таки в конечном счете про корректное изъявление воли всеми участниками, в том числе тем участникам с одной из сторон, которые делегируют свои полномочия кому-то из своих сотрудников или третьим лицам, чтобы тот представлял его интерес. Ну да, да, давайте ближе к конкретному, иначе погубим. Вопрос вот этот весьма интересен и разветвленный, кстати. Давайте все-таки к этому цель, потому что мы не просто погубим вещь, но и усыпим аудиторию. Альберт, вы хотели тоже прокомментировать, да, наверное, этот вопрос? Я думаю, что надо продолжить и перейти к следующей теме. Давайте, чем занимается рабочая группа, помимо того, что переживает по поводу полномочий и всех других вопросов, которые, безусловно, волнуют не только нас, но и присутствующих в зале, и представителей федеральных исполнительных органов власти, которые тоже участвуют в этой работе. Вы знаете, что закон 476 ФЗ был принят, но он не начнет действовать в части определенных изменений до того, как будут приняты нормативно-правовые акты, которые перечислены частично в тексте закона, а частично то, что эти акты нужны, как подзаконные документы, было понято и принято в процессе работы над осознанием текста закона. Исходный список подзаконных нормативных актов был, по-моему, состоял из 19 элементов, сейчас их уже, по-моему, 26. Этот список 27 уже, и я думаю, что на этом не остановится, потому что осознание приводит к пониманию, понимание требует развитие соответствующих инструментов в виде нормативно-правовых актов. Но если говорить о именно использовании машиночитаемых доверенностей, об их появлении, об их работе с ними, то в тематической рабочей группе, в которой мы участвуем, 7 документов. Перечислять я их не буду, я просто расскажу о том, как они, для чего они нужны, для чего они придуманы, какие задачи они должны выполнять. Но в первую очередь, как вы знаете, машиночитаемая доверенность упоминается в статьях 17.2.17.3 новой редакции закона 63 ФЗ, в которой говорится, что при подписании электронного документа по доверенности машиночитаемая доверенность должна быть передана вместе с документом получателю. И если в статье 17.3, в которой говорится о том, что представителем юридического лица, подписывающим по доверенности документ машиночитаемой доверенности,
И получателем этого документа может быть достигнуто соглашение о том, что доверенность может быть передана однократно, ну, вернее, доверенность может быть передана либо с документом, либо иным способом по соглашению сторон. Сейчас я не затрагиваю случай, когда доверенность передается государственным исполнительным органам государственной власти, а пока речь о хозяйствующих субъектах, между которыми идет электронный документооборот. То для индивидуальных предпринимателей, статья 17.2, такой возможности закон не предусмотрел. И считается, что если буквально читать закон, то с каждым документом, который подписал индивидуальный предприниматель, вернее, его представитель по доверенности, должна быть передана электронная доверенность. И одна из задач развития законодательной базы в виде форме нормативно-правовых актов подзаконных было, собственно, наше желание, с которым согласились регуляторы, уравнять возможности таких хозяйствующих субъектов, как индивидуальные предприниматели, гораздо больше даже, чем юридических лиц, зарегистрированные действуют, использовать такие же механизмы согласования сторон при передаче электронного документа, электронной доверенности вместе с электронным документом. Вот это один из нормативных актов, у него, по-моему, номер 6, Наташа, да? Да, о том, что о правилах предоставления или передачи электронной машиночитаемой доверенности получателю этой доверенности. Есть в законе, в статье 17.1, информация о том, что физическое лицо может представлять интересы не на основании доверенности, а на основании какого-то другого акта. Под это тоже есть подготовлен нормативный акт о предоставлении документа о полномочиях физического лица, действующего в интересах другого лица. С нашей точки зрения, после ряда доработок, этот нормативный акт, вернее, эти действия, которые предусмотрены сторонами, регулируемые этим нормативным актом, они стали очень похожи на документ о предоставлении машиночитаемой доверенности. Еще один нормативный акт очень важный о том, как использовать организационно-технические требования к порядку передачи, хранения, использования и отмены машиночитаемой доверенности. Документ о формате, о форме и формате машиночитаемой доверенности, потому что в законе написано, что машиночитаемая доверенность должна составляться не абы как, а по формату, по форме, которая будет утверждена соответствующим нормативным правовым актом. И поскольку в доверенности, как мы уже разговаривали в предыдущей части, упоминаются полномочия, собственно, ради этого она и составляется, то закон предусматривает возможность указывать полномочия в соответствии с неким классификатором полномочий, который будет утвержден соответствующим нормативным актом, форма которого, использование которого, а также в доверенности могут формулироваться полномочия иным способом, если классификатор, но о нем речь еще будет позже, я так понимаю, не охватывает все, не кодифицирует все возможные виды полномочий. Собственно, задача тематической рабочей группы состояла в том, чтобы заготовки нормативных актов, которые появились фактически сразу при принятии закона 476 ФЗ 19 декабря прошлого года, и эти заготовки состояли из заголовка документа и ссылки на статью, в которой упоминается то, что этот нормативный акт должен быть принят, развить до состояния юзабельного, когда этим нормативным актом можно пользоваться участником электронного документооборота для своей повседневной работы. И, собственно, мы, как представители операторов, разработчиков программного обеспечения, представители бизнеса, пытались свой собственный опыт и понимание того, каким образом участники электронного документооборота будут работать, работают сейчас с бумажными доверенностями, как они переложат этот пользовательский опыт и свои сценарии на использование машиночитаемой доверенности. Я, наверное, просто подытожу. Смотрите, как при создании любого законодательства мы постарались охватить все бизнес-сценарии, которые есть в жизни сейчас при работе с бумажными документами. Потому что использование электронных доверенностей, оно будет в явном виде влиять на электронный документооборот во всех сферах, в которых он сейчас существует. И задача, чтобы это использование не сделало электронный документооборот более сложным, более дорогим, в результате от чего бизнес начнет от него отказываться, чтобы оно сделало его в идеале более удобным, менее рисковым. Вот этим мы сейчас, собственно, и занимаемся. И
вы знаете, в процессе работы у нас какие-то сценарии все время появляются, о которых, как говорится, ой, мы не подумали. И вот это, мне кажется, это беда российского законотворчества, не знаю, может быть, и мирового тоже, потому что начинаться оно должно быть с бизнес-анализа. А у нас оно почему-то начинается с документов. Документ мы создали, а потом начинаем думать, как он работает и что же мы еще не учли. Вот. Но, как говорится, что есть, то есть, и мы очень надеемся, что мы покроем максимальное количество существующих сценариев. Вот один из сценариев, хорошее который... замечание, вот хорошее замечание. Спасибо. Один из сценариев, который применяется в жизни и который, на наш взгляд, поможет хозяйствующим субъектам, участникам электронного документооборота, ну, как-то более плавно войти в новую эру, когда хозяйствующие субъекты должны будут применять машиночитаемые доверенности при подтверждении полномочий, при подписании электронных документов, это привлечение в схему отношений между доверителем и получателем машиночитаемой доверенности некое третье лицо, профессионального участника рынка. Те компании, которые к дате вступления в силу нормативных актов об использовании машиночитаемой доверенности полностью разберутся в том, как это работает, примерят это на себя, адаптируют свои информационные системы и отправители, конечно, и получатели к тому, чтобы работать с машиночитаемой доверенностью, им, наверное, профессиональные посредники в виде заложенных в организационно-технические требования и в порядок предоставления доверенности таких участников, как оператор электронного документооборота, доверенная третья сторона и удостоверяющий центр. Им, возможно, помощь таких участников будет не нужна. Но тем, кто, для кого закон будет как снег на голову, мы считаем, что помощь вот таких вот третьих лиц, она необходима. И, ну, естественно, по согласованию сторон. То есть стороны, обменивающиеся электронными документами, могут по согласованию сторон, и это заложено в нормативные акты, привлечь третью сторону, информационную систему третьей стороны, для того, чтобы хранить доверенность, для того, чтобы отвечать на запросы по факту использования доверенности и передавать информацию об отмене доверенности в эту систему. Я опять немножко дополню. Мне кажется, вот эта третья сторона, она не то, что вот тем, кто может, тем, кто не может. В чем ее очевидная полезность? Она на своей стороне осуществляет такие важные действия. Как возможность визуализации, мы сейчас еще про формат поговорим, и про то, какой бывает бизнес, там малый и большой, и как информационная система умеет, не умеет эту доверенность не просто автоматически проверять, но еще и показывать, чтобы человек мог на нее в случае необходимости глазами посмотреть. Это первый аспект. И второй – это проверка актуальности доверенности на момент подписания электронного документа. Потому что мы там предусмотрели этот механизм прекращения действия доверенности. Он бывает разный, но если доверенность, ну, насколько я знаю, сейчас с бумажными доверенностями механизм более чем странный. Их нужно публиковать в «Коммерсанте», естественно, никто в «Коммерсант» не смотрит при подписании каждого бумажного документа. Поэтому это все немножко на доверии. Здесь механизм должен стать менее рисковый, как я считаю, и в идеале это должно работать так. Доверенность лежит где-то. И вы автоматически при подписании, при получении каждого подписанного электронного документа обращаетесь в систему, где она лежит, и она вам говорит либо ок, либо не ок. И все. И в результате человек вот на этот момент не заморачивается, извините за выражение. Вот. И вот тут третья сторона как раз лучше, потому что иначе доверителю либо придется рассылать, допустим, доверенность выдана на подписание любых первичных документов для всех контрагентов. В случае отзыва он вынужден всем этим контрагентам разослать уведомление об отзыве доверенности, получить от них подтверждение, а так он шлет это в одну точку, вот в эту третью сторону, чтобы она у себя зафиксировала факт, и все могут обратиться и получить этот факт отзыва. Вот это одна из функций, опять же, третьей стороны, и она достаточно важная, потому что она упрощает процесс, делает его более дешевым. Ой, а можно уточнить? Так вы все-таки идеологически, не конструктивно пока, идеологически считаете, что, ну она действительно где это лежит, что функция независимой стороны только в том, чтобы предоставлять доступ, или все-таки это, между прочим, имеющее юридическое значение, то самое ОК? Ведь вот это ОК в конструкции доверенности не предусмотрено как таковой. Нет там никакой третьей роли,
применительно к доверенности. Одно дело осуществить возможность, очень упрощенно, самому посмотреть и самому принять решение, или, как говорится, полагаться на ок. Вот полагаться на ок в юридической схеме – этого нет. Я, вы знаете… Вы хотите… Да, ну, тут придется прогибать ГК. Я не юрист, может, сейчас юристы ответят, но с моей точки зрения, как технаря, история следующая. Когда вы заключаете, я доверитель, договор с доверенной третьей стороной, я в этом договоре прописываю ответственность. И дальше, если доверенная третья сторона на запрос кого-то, ок-не ок, ответила неверно, то это ее ответственность, и в результате она будет нести... Газета «Коммерсант» несет ответственность за публикацию или не публикацию? Можно я прокомментирую? За то, что человек посмотрел или не посмотрел? Можно я прокомментирую? Два слова буквально скажу. Немного. Смотрите, у нас предусмотрено два процесса. Первый процесс, когда машиночитаемая доверенность направляется в комплекте документов. Получатель получает эту машиночитаемую доверенность, подписанную электронной подписью. И именно в этом случае ему необходимо обратиться в информационную систему третьего лица, где хранится информация о ее действительности. То есть она у него есть, он ее глазами видит. Да? И он обращается. Он сам понимает, действительно или нет. Да. То есть он не спрашивает систему, а ну-ка скажи мне, действительно ли доверенность. То есть он это решение принимает самостоятельно. Абсолютно верно. Он спрашивает, направляет запрос в систему, в которую... доверитель должен направить информацию в случае, если доверенность отменена досрочно. Да, вот. И поэтому такой запрос необходим, да, потому что, получив доверенность, получатель не может до конца знать, не прекращена ли доверенность досрочно. Второй процесс, когда доверенность запрашивается из информационной системы, в которой она хранится, и в этом случае, да, то есть когда она не представляется в комплекте документов, и в этом случае доверенность будет представляться целиком. Из этой... Я просто поясню, почему вопрос. Вы понимаете, доверенность, доверитель и поверенный. Кто-то на что-то полагается. Вот это две юридические схемы, которые вам, может быть, кажутся одним и тем же. Кто на что полагается? Либо полагаешься на доверенность, либо полагаешься на третье лицо. Условно говоря, ты доверяешь самому этому действию доверенности, ты сам ее оцениваешь, либо ты делаешь, извиняюсь, вслепую. Говорит, есть там какая-то доверенность, а ну-ка система. Ты скажи мне на нее полагаться? Полагайся. Значит, если что не так, в первом случае ты выясняешь отношения непосредственно между доверителем и поверенным, а вот во втором случае доверитель может сказать, знаешь, у меня все было отлично, что там система сработала, не знаю, знать. А мы предусмотрели этот момент. То есть именно доверитель с системой заключает договор. В договоре прописана ответственность системы. И если система ответила что-то не то, то доверителя есть подтверждение, а, что он туда направил доверенность, б, что он туда направил и получил подтверждение о приеме уведомления об отзыве доверенности. И, в общем-то, все, этих документов достаточно, чтобы сейчас подтвердить, кто виноват. Погубим, погубим, надо хорошо, двигаться дальше. Хорошо, мы давайте тогда отдельно это обсудим. Двигаться будем дальше. Я имею в виду отношения по доверенности. Это отношения между доверителем и поверенным. А не, даже кто с кем бы 10 договоров не заключал. Вот, а не отношения между доверителем и системой, потому что поверенный с этой самой системой заключил договор. В общем, это юридические конструкции, они многочисленны. Давайте дальше двигаться. Да, Сергей, пожалуйста. Я все-таки считаю необходимым дополнить коллег. Здесь в чем проблема с точки зрения ГК? В том, что эта сделка с заранее неизвестным концом. То есть у нее известно начало, когда она заключена, но конец неизвестен. Односторонняя сделка, конец которой неизвестен. И вот вся проблема стыковки вашей точки зрения и точки зрения нас, технарей, да, она заключается в том, что кто-то должен подтвердить конец. И если, грубо говоря, у вас есть документ, который... Текущий статус. Да, в том-то все и дело. Здесь получается, что у вас есть документ, открывающий эту сделку, и должен быть документ, закрывающий эту сделку. Понимаете? Вот третья доверенная сторона, как место депонирования, документа, закрывающего сделку. Он активно действует.
место депонирования, он является... Не-не-не, вот так не бывает. У нас айтишников так не бывает. Тут бывает по-другому. Я депонирую открытие сделки, и я депонирую закрытие сделки. Если же вот это депонирование на третьей доверенной стороне убрать, то возникает та самая проблема рассылки массовой, веерной по всем своим контрагентам того, что ты изменил статус. Но это же неудобно. Понимаете, в чем дело? Поэтому на самом деле, вот я здесь коллег поддержу, с точки зрения именно информационно-коммуникационных технологий, возможность депонировать открытие сделки и возможность депонировать закрытие сделки, она является здесь определяющим техническим преимуществом, которое, по сути дела, создает для третьей доверенной стороны, неважно, это государство, это частный бизнес, кто угодно, да, но вот возможность этого депонирования, она принципиальный характер носит. Чтобы не было веерных рассылок, спама, я посмотрел почту, а я не посмотрел почту и так далее. Чтобы вот эта процедура депонирования и подтверждения, она не просто работала, не просто на глазки человека рассчитывала, да, посмотрел, не посмотрел, а чтобы она была встроена в систему подтверждений. Нет, я знаю, я ничего против не имею, просто уточняю, поэтому... Спасибо большое за комментарий. Коллеги, да. Небольшое втоп вот всего этого. Просто хотел бы, чтобы там все немножко обратили внимание, что когда мы сейчас тут говорим «доверенная третья сторона», мы точно не имеем в виду исключительно те организации, которые в 476-м в качестве доверенной третьей стороны. Да, ну, просто не было. Здесь даже есть смысл доверять системе как таковой информационной, потому что это может быть одна из ее функций. Я бы не стал исключительно систему здесь, потому что у системы владелец. И в этом смысле... Деньги не у системы, а у владельца. И в этом смысле все-таки конечное решение принимает тот, кто принимает документ, подписанный чем-то. И поэтому ссылаться потом на то, что мне система какого-то третьего лица ответила не так, а я потом не допроверил, тут тоже такой очень скользкий момент. И в суде, скорее всего, это будет... должна сложиться практика какая-то по тому, как будут суды принимать. Спасибо, коллеги, за комментарии. На самом деле, когда мы работали над этими проектами, мы действительно думали о том, будет ли меняться ответственность доверителей, представителей, как постараться не уходить от существующих положений Гражданского кодекса, насколько нам это удалось, покажет время. Но я думаю, сейчас как раз уместно поговорить о механике, о том, каким образом можно будет работать с машиночитаемыми доверенностями. Я попрошу Альберта Салимова прокомментировать этот вопрос. Какие данные мы будем с чем сверять и как это все будет в совокупности выглядеть? Пожалуйста. Спасибо. Документ «Организационно-технические требования по предоставлению, использованию и отмене машиночитаемых доверенностей». Этот документ должен был, ну, с нашей точки зрения, описать основные этапы жизненного цикла машиночитаемой доверенности. И, что очень важно, обязательные действия сторон. Потому что если закон скажет, ну вот вам нормативный правовой акт скажет, там есть машиночитаемая доверенность, и вы как-нибудь сами разберитесь, как с ней пользоваться, это будет, наверное, некачественный, некондиционный нормативный правовой акт. С другой стороны, если объем требований, которые будет описывать этот документ, станет чрезмерным, то есть не оставит никакой свободы воли для и принятия решений для участников сторон, то это тоже будет чрезмерный избыточный нормативный акт, который не сможет работать. Вернее, им никто не сможет пользоваться для того, чтобы решать свои повседневные задачи. Поэтому наша задача была найти такой баланс интересов и возможностей для того, чтобы сделать работающий нормативный правовой акт. Как вы помните, с машиночитаемыми доверенностями есть три этапа его жизненного цикла, если так грубо сказать. Это создание и предоставление доверенности или депонирование ее публикации в информационной системе получателя или в информационной системе третьего лица. Это использование доверенности, то есть тогда, когда к этой доверенности нужно обратиться для того, чтобы убедиться в том, что можно утвердить, подписать полученный электронный документ, который подписан по доверенности. И это отмена доверенности, то самое прекращение акта одностороннего, который нельзя не принимать во внимание. Нормативно-правовой акт описывает все три блока жизненного цикла работы с доверенностями. Но пересказывать его, наверное, в целом нет никакого смысла. Есть смысл поговорить о том, как поддержать работу с машиночитаемыми доверенностями в автоматизированных системах участников электронного документооборота. Поскольку здесь уже, как я в торе Наташе скажу, что я не юрист, а технарь, и поэтому буду говорить вот в такой терминологии. Автоматизация
и нужна для повышения эффективности, и с этой точки зрения целесообразно заниматься автоматизацией частотных действий. Потому что если однократные действия выполняются редко, то их можно выполнить ручным способом, каким-то еще. Если действие выполняется часто, то информационная система должна помочь, поддержать, направить пользователя и сделать так, чтобы процесс прохождения необходимых действий не занимал время и доставлял по возможности удовольствие. Что нужно сделать в процессе использования машиночитаемой доверенности? К вам пришел электронный документ, подписанный представителем, физическим лицом по доверенности. Это пункты, обязательные требования, которые перечислены фактически в нормативном акте. Я их изложил не в той последовательности, как они есть сейчас в действующем проекте, а из просто причинно-следственной, может быть, идеологической связи. Во-первых, нужно проверить квалифицированный электронный подпись представителя, подписавшего электронный документ, то есть действительно она или нет. Если она не действительна, наверное, смысла нет двигаться дальше. После этого мы сейчас говорим о случае, о сценарии, когда доверенность, машиночитаемая доверенность опубликована в информационной системе третьего лица. То есть мы с моим контрагентом, передавшим мне электронный документ, заключили соглашение о том, что мы для работы с машиночитаемыми доверенностями используем информационную систему третьего лица. То есть такое соглашение у нас есть. Тогда я, как получатель документа, должен авторизоваться в информационной системе третьего лица, получить в этой системе, из этой системы доверенность по тому уникальному номеру, который включен в электронный документ. Понятно, включать в электронный документ весь текст доверенности нет никакого смысла, если можно ограничиться ее уникальным номером, по которому эту доверенность можно извлечь из какой-то системы. Далее должен убедиться в действительности машиночитаемой доверенности на дату подписания электронного документа. Это то, о чем говорила Наташа, очень важные действия, которые может помочь выполнить именно третья доверенная сторона, в которой опубликована доверенность. Проверить квалифицированную электронную подпись доверителя, который подписан на машиночитаемую доверенность. Сопоставить данные о доверителе в доверенности и сертификате квалифицированной электронной подписи, который подписан на доверенность. Я сейчас буду убыстрять, потому что запомнить это вряд ли возможно. Риторический прием мне поможет перейти к следующей фазе. Сопоставить данные о доверителе в доверенности с наименованием хозяйственного субъекта, составившего документ. Сопоставить данные о представителе, указанного машиночитаемой доверенности, с данными физического лица в сертификате квалифицированной электронной подписи, который подписан электронный документ. И провести проверку полномочий представителя, сопоставить полномочия, указанные машиночитаемой доверенности, с реквизитами содержания электронного документа. Так вот, если какой-то участник электронного документа оборота попробует провести все эти действия последовательно, досконально и вручную, без поддержки информационной системы, то, наверное, получится, как в том абстрактном детском анекдоте: шел ежик по лесу, потом забыл, как дышать, и умер. Никакого электронного документа оборот просто не будет, потому что стороны поймут, что с бумажными доверенностями как-то раньше обходились, и всего этого цикла «обратись туда, проверь то, убедись в этом», повторять не надо, гораздо проще на бумаге, и электронный документ оборот умрет. Поэтому наша задача – это сделать так, чтобы, уже я имею в виду задача автоматизаторов, которым этот нормативный акт придет в качестве исходного материала для выполнения требований регуляторов, для выполнения требований законодательства, убрать под капот информационной системы все проверки, все действия, которые можно сделать автоматически. Возможно, до того самого ОК, о котором мы уже сегодня говорили, и окончательный ОК должен будет все-таки, наверное, получатель документа сказать, изучив, посмотрев на результаты всех необходимых проверок. Итак, сложно автоматизировать проверку полномочий, потому что если полномочия кодированные, то можно представить, что информационная система при получении кодированного полномочия обращается в классификатор полномочий, извлекает само полномочие, оно, я думаю, будет машиночитаемым. Мы пока не знаем, как это будет устроено в классификаторе. И по получению этого машиночитаемого полномочия запускает механизм проверки полномочий, то есть сопоставление того, что написано в полномочии, с реквизитами учетного документа. Мы все-таки говорим об электронном документообороте, то есть о документах, фиксирующих факты финансово-хозяйственной жизни хозяйствующих субъектов.
А у этих документов есть обязательные реквизиты. Наименование, дата составления документа, величина натурального или денежного выражения, факт хозяйственной жизни, сторона сделки, отправитель и получатель. Вот кодированные полномочия сравнить с реквизитами, наверное, это посильная задача для информационной системы. И сказать, совпадают полномочия, записанные машиночитаемые доверенности с полномочием, которое необходимо для того, чтобы убедиться, что документ можно принять к рассмотрению и утвердить его. В другом случае, если полномочия не кодированы, но тем не менее являются структурированным, хоть и указано в текстовом виде, то информационная система получателя, которая не имеет возможности получить из реестра полномочий структурированное описание полномочий, кодированное описание полномочий, придется приспособиться к тому, чтобы запустить процесс проверки, сопоставления структуры этого полномочия с реквизитами документа. То есть примерно похожий процесс, только этого полномочия нет в федеральном справочнике, потому что его пока не включили туда. Но это полномочие описано и применяется между двумя хозяйственными субъектами, потому что они договорились так, что передают полномочия в структурированном виде. Вот. И самый сложный случай, когда используется текстовое описание полномочия, из которого нельзя извлечь те или иные элементы для автоматизированной проверки полномочий. В этом случае, конечно же, участнику сделки получателю придется нелегко, потому что ему придется включить интеллект и сопоставить данные из полномочий из машиночитаемой доверенности с тем действием, тем документом и с фактом сделки, который предстоит утвердить и подписать. Теперь еще один элемент механики – это обращение информационной системы получателя к информационной системе третьего лица. Конечно же, самый простой способ, о котором сегодня уже сказали, при каждом получении документа, при необходимости проверки этого документа, каждый раз обратиться в информационную систему третьего лица для того, чтобы проверить, действительно доверенность или нет. Потому что срок ее действия может еще не истек, но она может быть прекращена в одностороннем порядке доверителем. Вообще говоря, саму доверенность и даже, может быть, результаты проверки доверенности получать из информационной системы третьего лица в информационную систему получателя каждый раз, наверное, нет необходимости. Ведь достаточно просто получить информацию о том, действительно она или нет, потому что если я один раз прошел вот этот вот цикл из всех описанных, перечисленных ранее действий, и для такого типа документа в своей информационной системе получателя сохранил, закэшировал результаты проверки, то в следующий раз мне достаточно будет просто узнать, действительно доверенность или нет, и применить результаты проверки предыдущего акта проверки к новому документу, который, ну, принципиально, предположим, не отличается, он такого же типа, с таким же видом реквизитов, такими же типами реквизитов, как и предыдущий документ. Вот. Но представим себе, что у меня на стороне получателя идет процесс массового подписания множества документов, полученных от контрагента-отправителя. Предположим, там их счет идет там, на сотни и тысячи. Действие по проверке документа, по проверке действительности машиночитаемой доверенности при подписании и утверждении каждого документа, это, вообще говоря, синхронное обращение к информационной системе третьего лица, которое может привести к остановке в процессе обработки входящего документа на период установления связи, авторизации в информационной системе третьего лица, установления сеанса синхронного, синхронной сессии, отправки запроса, получения ответа и так далее. И представляется возможным, что органы информационной безопасности, меня как получателя этой доверенности, начнут в будущем достаточно, не знаю, вольно или осмысленно трактовать, я там знаю, что там точно написано, спасибо, трактовать требования, вот эти обязательные требования по проверке машиночитаемой доверенности следующим образом. Либо депонировать в своей системе что-то вроде токена, то есть доверительного интервала, в течение которого получатель считает, что предыдущий результат проверки действительности доверенности еще действует для того, чтобы можно было какое-то количество документов утвердить, рассчитывая, что срок
действия машиночитаемой доверенности не истек, отзыв ее еще не наступил. Величина этого доверительного интервала – это риск, который будет принимать на себя сторона-получатель. И анализ этих рисков – это не очень интересная задача для органов соответствующих хозяйствующих субъектов. Второй вариант – сократить вот эти вот расходы на постоянную проверку действительности машиночитаемой доверенности. Это договориться с информационной системой третьего лица о том, что когда в информационную систему третьего лица приходит информация об отмене доверенности, то всем получателям этой доверенности, которые подписались в кавычках на статус, на изменение статуса доверенности, информационная система третьего лица отправляет некое уведомление о том, что доверенность отозвана, вы там смотрите, учтите это при проверке. Риск в этом случае того, что не сработает система уведомлений, что уведомление не дойдет или не будет прочитано в нужный момент, факт дата прихода уведомления окажется после даты отмены доверенности. Этот риск тоже предстоит анализировать и искать баланс интересов между хорошей автоматизацией процесса работы с машиночитаемыми доверенностями и соблюдением требований закона. Ой, а можно уточнить, скажите, а в таком контексте вы достоверным считаете ответ системы, а не само наступление факта, да? Ну, я, может, такой неприятный момент, как смерть, да, доверителя. То есть может отстоять получение информации от самого факта. То есть у нас достоверным является ответ системы, даже если человек помер за, ну, я не знаю, за сутки до этого ответа, и он отличается от самого факта. Это риски, мы уже говорили. Там нет, риски, много разных есть рисков. Нет, риски чего, во-первых? Риски чего? Риски недостоверности. А мы можем этот риск снять, утвердив нормативно, что вот это является достоверным, несмотря на то, что от факта... Несмотря на то, что умер доверитель. Знаете, как условное время, да? Мы что-то принимаем за время, а вот это принимаем за факт. Ответ системы, а вот разница временная между наступлением самого факта и поступлением новой информации в систему, ну, мы ее не считаем, так? Надо смотреть, какие случаи вы имеете в виду. У нас там в механике есть еще такая история, как время публикации. Там 12 часов, да? То есть фактически есть еще следующий риск. Доверенность может быть отозвана, но еще не опубликована. Вы это тоже предлагаете законодательно утвердить, что верным является ответ системы? И доверителю на это закладываться? Я не предлагаю. Я на самом деле не предлагаю, хочу уточнить ответ. На самом деле, если мы этого не сделаем, возникнет такая вещь, как риск. Теоретически мы можем это сделать. Вот каково лучшее решение? Тут вопрос заключается в том, чей риск. А да, потому что в одном риск случае... Риск того, кто полагается. Конечно. Тут это риск того, кто полагается. В одном случае риск получателя, а в другом случае риск доверителя. Одно доверительное, да. Да, вот, и поэтому, вы же понимаете, ну, прекрасно. Просто разделите. Потому что в настоящей редакции Гражданского кодекса, наверное, надо исходить из этого. Да, давайте есть риски. Да, поэтому... Исходить из того, что в ГК он тоже предусматривает такой риск. Да, да. Вернее, такой риск может возникнуть и на основании ГК. Просто вопрос о том, на чем остановиться, не более того. Коллеги, я просто хотел обратить внимание, что по системам, связанных с реестровой моделью, с депонированием, на самом деле уже некоторое время начала складываться практика, как раз та, про которую вы говорите, что до момента регистрации в системе, которая обеспечивает это депонирование, сделка фактически находится вне правового поля. Она действительно, но, условно говоря, отчет момента начала сделки, вот возьмите там сделки с недвижимостью, да, она должна быть зарегистрирована, поскольку обязательное требование. Да, но я почему говорю, что на самом деле вопрос совершенно правильный, мы просто не знаем еще готового ответа на него. Есть очевидный ответ, да, что информация всегда в той или иной степени недостоверна, потому что она отличается от реально произошедшего события, и есть процесс, да. Да, да, есть процесс, условно говоря, сбора этой информации, передачи и так далее, он не мгновенный. Да? Но я просто обращаю внимание, что действительно на этот вопрос нам надо подумать ответ, потому что очевидно, что если мы на реестровую модель встаем, если мы говорим, что третья доверенная сторона – это дополнительная гарантия в этом процессе, то правовой статус неплохо было бы к ней подтянуть.
тогда возникает какая ситуация, что если ты доверенность внутри себя отозвал, то есть волю как-то изложил, да, но никто про это не знает, то, соответственно, в обороте, да, в обороте твоя старая воля, условно. Да это отозвал, это еще хотя это бы изменение волевое в ГК действие. Или нет? А если человек, я не хочу больше эту тему, значит, поднимать, но все-таки поехал в отпуск и, как говорится, сгинул. Да или, может, он, и об этом будет известно-то очень нескоро. Происходит какой момент, что термин, который мы использовали, получатель сделки, при акцепте, он исходит из того, что, ну, как бы исходит из принципа добросовестности. Он принимает, акцептует и считает, что человек жив, что все в порядке, у него есть статусы проверок. И на самом деле, я не знаю, насколько это мы должны об этом думать, это заложить. Мне кажется, что это сформирует судебная практика, исходя из этих случаев. Просто нужно немножко дать такому механизму пожить, посмотреть, как это будет работать. Потому что даже вот законопроекты и регулирование нормативное, которое мы принимаем сейчас, оно исходит вот из принципов, еще раз, принципа озвученного, что регулирование раньше информационных систем. И как только это запустится в практику делового оборота, я думаю, что очень много чего еще повылазит, что нужно будет урегулировать, что можно будет сделать. Спасибо. Игорь, спасибо за комментарий. Мы как раз, помню, с вами обсуждали срок публикации информации об отмене, да, что у нас там складывается 12 часов, которые выделены оператору электронного документа оборота, и 12 часов, которые выделены третьей стороне. В сумме получается 24 часа, и предполагали, что сутки – это слишком большой срок для того, чтобы эта информация дошла до конечного пользователя. Но у вас была другая точка зрения, альтернативная, да, что у нас есть нотариатом, например, такое положение, что информация, она становится доступна через сутки после того, как решение принято. Ну да, это практика использования нотариальных доверенностей, практика отзыва нотариальных доверенностей. Соответственно, в информационной системе, любой информационной системе, мы должны стремиться, значит, наша задача какая? Наша задача стремиться исключать риски, делать временные интервалы минимальными, но в любой информационной системе ей нужно время на обработку пришедшего электронного документа, в том числе нужно закладываться на возможную временную неработоспособность информационной системы в связи там, с какими-то авариями, поэтому у нас все равно получается некий временной лаг. И вот эти вот 12 часов, которые мы даем информационной системе на обработку сообщение, ну, размещение доверенности или размещение отзыва о доверенности. Мы это, конечно, подсмотрели из практики 63-го федерального закона, из время на отзыв квалифицированного сертификата, который дается удостоверяющему центру с момента получения заявления на прекращение действия сертификата. То есть он должен быть отозван удостоверяющим центром в течение 12 часов. Естественно, все участники стараются сделать это быстрее, стараются сделать это мгновенно. Но вот эта вот проблема, она есть. Вот это время. Поэтому здесь только регулирование гражданского кодекса, и я думаю, что судебная практика сформирует ответы на те вопросы, которые ставятся сейчас. Спасибо большое, Игорь. И после того, как мы обсудили механику работы с доверенностями, конечно, хорошо было бы поговорить о форме и о формате доверенности, потому что процессы, которые мы заложили в эту механику, они отражаются и вот на тех требованиях к форме, к реквизитам доверенности. Наталья, расскажите о том, как мы с этим проектом поработали. Да, по поводу формы у нас, кажется, нет сейчас вопросов, потому что такое форма доверенности? Это состав реквизитов, а те реквизиты, которые обязательно должны быть отмечены как обязательные, те реквизиты, которые могут быть, должны быть отмечены как опциональные. Кажется, что сейчас к этому нет вопросов, вопрос у меня единственный, и у нас, по-моему, в форме его нет, вот этот самый уникальный номер, да, по которому к этой доверенности можно обращаться в систему третьей стороны, чтобы найти именно эту доверенность, а не какую-либо другую. Дело в том, что поддержание уникальности — это у нас такой интересный вопрос. Общепринято, что можно присвоить ГУИД, но вы можете себе представить какой-нибудь малый бизнес, который получил ГУИД и начинает его где-то там еще руками вводить. Это очень сложно, по моему мнению. Второй вариант, который у меня на самом голове есть, получить гиперссылку.
И эта гиперссылка, это значит, что вы можете простым копипастом ввести ее в браузере, если ваша система не предусматривает возможности программного взаимодействия с системой третьей стороны. Мне кажется, это более таким жизненным вариантом. По поводу формы, у меня больше нет вопросов. По поводу формата. Еще что-то есть, Лена? Ну, я подскажу потом. Ага. Значит, по поводу формата. Ну, как я уже сказала, понятие машиночитаемости на самом деле предполагает возможность автоматизированной обработки, и поэтому документ должен быть, так сказать, формализованный. И изначально мы решили, что это будет XML-формат, потому что просто сейчас в России практически все электронные документы, если на них существует утвержденный формат, то это XML, либо его какие-то производные. Это первое. И второе. За основу мы взяли формат того самого сообщения о представительстве, которое входит в документообороте бизнес с налоговыми органами, просто по той причине, что этот документ доказал свою работоспособность. Он у нас работает, не соврать, без 2010-го, если не ошибаюсь, года, и на все грабли, которые можно было наступить, мы уже наступили. Поэтому взяли за основу. Но нам в какой-то момент было предложено использовать формат XML-DSIG. Различие, технари понимают, да, заключается в том, что либо это внедренная электронная подпись, либо отсоединенная электронная подпись. Вот я лично принципиально не против. Но суть заключается на самом деле два момента. На данный момент вот B2B полностью, по моим данным, B2G на 90%, если не больше, используется отсоединенная электронная подпись. Если мы сейчас начинаем использовать принципиально иной формат электронной подписи, представляете, какие деньги в масштабах страны будут затрачены на доработки информационных систем? Это первое. Вот. И второе. Дело в том, что для использования этого формата нужен еще какой-то документ, достаточно технический, который будет описывать правила, как эта подпись формируется. Потому что XML-DSIG там есть достаточно много различных вариантов, там можно подписать весь документ, кусок документа, внедрить подпись туда, там, сюда и так далее. Там вот эти правила совершенно неоднозначные. И тут у нас на ТРГ кидал даже ссылку на статью, как взаимодействие со СМЭФ, там XML-DSIG, и как народ мучился, причем разработчики серьезные, устанавливая это взаимодействие. То есть нужен еще какой-то дополнительный документ. Но вот мы очень надеемся, что у нас останется все-таки XML. Если останутся два варианта, то это, опять же, интересная история, потому что вам может прийти электронная доверенность с той или иной подписью. Вы все равно будете вынуждены, да, два процесса поддерживать, и это, наверное, больше в минус, чем в плюс. Следующий вопрос, который у нас возникает, это у нас метка времени когда-то совершения доверенности. Вот я сейчас к юристам опять обращусь, потому что у меня лично, например, мнение следующее. Метка времени — это дата, время подписания документа. То есть оно каким образом влияет на тот момент, с которого начинает действовать доверенность. Ну, наверное, его подписать нужно до того момента, как она начинает действовать. Но говорить, что доверенность начала действовать с момента подписания, я считаю... Самой доверенности или документа? Самой доверенности. То есть метка времени в электронной подписи под доверенностью. На что она влияет, что она означает? У нас же сейчас на бумаге... Правда? То есть, вот смотрите, если я подписала доверенность сегодня, а внутри документа написано, что она действует с завтрашнего дня... Вы имеете в виду, что дата совершения отстоит от даты подписания? Конечно. А мне... Ну, в жизни же постоянно так бывает. Это начало действия. Нет, стоп. Начало действия доверенности такой категории юридической нет. Есть дата совершения доверенности, но это не начало ее действия. Полномочия с какого момента возникают? Нет, есть дата совершения доверенности. Если в бумажном виде, собственно, когда ты проставил подпись, неважно, она начинает действовать с даты совершения и до того срока, который в ней указан, или до даты истечения, ну или до наступления события, которое ее, значит, отменит самим фактом своего наступления. Лично я ни в коем случае не хочу вторгаться, у меня нет никакого технического образования, я не хочу вторгаться в технологию, но лично я считаю, что в этом случае, могу и ошибаться, все-таки дата совершения
должна совпадать с датой подписания. Вот факт-то это электронной почты. Нереально. Может быть. Вот. Но другое дело, что сложно. Дата совершения – это дата, то есть это день. А подписание – это детализация времени, причем устанавливали до минут. До секунд. То есть вот это надо как-то просто технологически увязать, привязав к дате совершения. У нас еще часовые пояса есть. И время компьютера. У нас была дискуссия, да, на эту тему и по поводу представления метки доверенного времени. И пока мы вроде бы решили, что мы ориентируемся на дату совершения доверенности, это дата представления метки доверенного времени. В принципе, на самом-то деле, технически это может происходить практически единовременно, но не исключаем случая, когда подписание происходит посреди ночи, и дата подписания... Ну, да, во-первых, там проблема еще с проверкой даты подписания, потому что при последующей проверке через там, 3 года, ну там в течение срока исковой давности, да, но после окончания срока действия сертификата, которым была подписана машиночитаемая доверенность, в суде суд сможет проверить фактически именно метку доверенного времени. Поэтому мы ориентируемся на метку доверенного времени как метку совершения. Совершение даты метки доверенного времени. Нет, в принципе, ее можно... Я лично нет, не придерживаюсь этой точки зрения. Мы долго спорили. А тогда она должна как-то определяться. Если чисто юридические критерии брать, то это дата совершения. Соответственно, должна быть какая-то формализация определения даты совершения. А дата совершения – это вообще-то не метка времени совсем. Это совсем другая вещь. То есть, значит, на нее должна, на определение этой содержательной вещи, должна быть как-то настроена система. Конечно, лучше ее настроить на метку доверенного времени. Это просто автоматизируется лучше, но на мой взгляд. Давайте я свое мнение расскажу. Вот смотрите, дата совершения должна быть как реквизит документа. То есть она должна быть внутри, в документе. Совершенно, да. А, значит, метка, да, кстати, дата, которая стоит в метке доверенного времени, не должна быть на самом деле позднее. Хотя на самом деле она может быть дате позднее, даты совершения, но не должно быть истории, когда у вас некое событие, подписан электронный документ, после даты совершения, но до подписания. Да, до метки. Вот такого не должно быть. Вообще-то, на мой взгляд, на мой взгляд, это можно установить нормативно. Но вот насколько эта нормативная установка соответствует технологии, это вам решать. Но в принципе очень многие условности... Есть смысл нормативно установить. Это 100%, потому что иначе возникнут споры. Потому что кажется, что проверка полномочий, она должна проверить, во-первых, что доверенность была подписана в тот момент, когда лицо ее подписавшее имело полномочия действовать без доверенности. Ну, то есть она подписана руководителем, и на момент подписания он был руководителем на основании ЕГРЮЛ. Вот это должно быть проверено. А дата совершения, то есть то, что электронный документ, который к вам пришел, подписанный по доверенности, на момент, когда он был подписан, значит, доверенность действовала, то есть дата совершения раньше. Ой, я думаю, не стоит больше народ путать, но вот у Сергея комментарий. Не, я на самом деле поддержу вот эту идею. Смотрите, метка доверенного времени действительно имеет только одну ценность. А именно установить, что на момент подписания подписавшее лицо имело соответствующие полномочия. Это не обязательно без доверенности, у него своя доверенность может быть и так далее. Значит, соответственно, при этом дата совершения она должна отличаться. Мы же с вами только что обсуждали, что вообще говоря, мы идем к модели депонирования. Модель депонирования предполагает запас времени на, по сути дела, то, что из одной информационной системы будет в другую передан и так далее. То есть, условно говоря, я бы вообще установил жесткое правило, что дата совершения должна гарантированно отличаться на 24 часа, за исключением редких случаев, когда, вот, допустим, мы с центральным банком разговаривали, когда ему надо минута в минуту отзывать, иначе деньги там из банков уйдут и так далее, и все будет плохо. То есть должен быть перечень исключительных случаев, когда это происходит, ну, там, мгновенно, либо в течение 1 минуты, либо в течение 10 минут. Вот. А за исключением этих случаев дата совершения должна и техническими средствами отделяться от даты подписания.
Да, да. Не, ну, еще раз. В ситуации, когда ты подписал меньше, чем за 24 часа до даты свершения, это означает, что ты на себя взял какой-то риск. Что кто-то не успеет эту историю депонировать, кто-то не успеет ее прочитать. То есть, говоря про историю с добросовестностью, которая все-таки в конце концов всему судья будет, да, надо дать правильный сигнал судам, что это уже недобросовестное поведение. Вот что на самом деле, то есть запрещать это, наверное, явно не надо, потому что бывают обстоятельства, когда это требуется. Ну, скажем так, поведение, которое способно привести к реализации рисков у третьей стороны в процессе. Так что, то есть, если говорить про условный там кодекс этики в этой сфере, конечно, это неэтичное поведение. Потому что участники процесса могут не успеть привести свои информационные системы в порядок. За исключением каких-то случаев, где должна сложиться другая практика, например, из-за масштабных финансовых рисков, как, например, в банковском секторе. Вот я бы таким образом строил эту логику. Я согласна. Нормативно тоже поддерживаем. Так, да, и ну. У меня есть еще момент, который хочется, значит, из моего вопроса, это по поводу формата. Мы рассчитывали, что это будет утвержденный Наталья, формат. Прости, пожалуйста. Ой, просто ты хочешь прокомментировать? Да, ты же у нас микрофон отняла, пришлось он до твоего тянуть. Я ничего говорю. Я по поводу все-таки нормативной установки. Я бы вот не поддержал коллегу в этой части, чтобы вот конкретно дата, которая указана на начало доверенности, как совершение доверенности правильно называть, да, и дата подписания должны жестко отличаться. Потому что я тут смотрю со стороны бизнеса. Я почти уверен, что в бизнесе часто бывает история, когда доверенность нужно быстро подписать и отдать контрагенту. При этом не обязательно же он будет ее депонировать, он же также может вложить в конверт вместе с документом. И в таком случае не нужно вот это время на размещение. Если мы нормативно идем по пути, что мы ограничиваем его в части, что ты сделаешь доверенность заранее за какой-то промежуток времени, чтобы потом ее использовать, то мы ограничиваем хозяйствующие субъекты в своем волеизъявлении. То есть насколько это нам... Значит, зачем мы это делаем? Поясню. Сейчас. На самом деле ситуация с созданием доверенности, да, она менее опасна, чем ситуация с отзывом. То есть факт создания доверенности действительно может происходить быстрее, и в тот момент, условно говоря, когда доверенность сделана, ты ее сделал, через 5 минут отправил, условно говоря, она уже может в комплаенс попасть. Но если все процедуры проверки, про которые мы говорили, они построены на автоматической проверке через третью доверенную сторону, то здесь какого типа риск возникает? В конверте-то эта доверенность есть. А система, которая автоматически должна ее подтвердить, она ее не подтверждает. И тогда на самом деле надо понимать, что у твоего контрагента возникает какая проблема. Вместо того, чтобы автоматически там, 100 тысяч договоров в месяц подписать, да, у него будет там, какое-то количество договоров, там, может сотни, может тысячи, вылетать на ручное рассмотрение. Конечно же, такого права лишать контрагента, наверное, не стоит, я согласен. Нельзя говорить о том, что доверенность, когда она подписана, она еще не действует, и сторона не вправе это установить. Но надо понимать, что с другой стороны, интересы другой стороны договора, которая все-таки вправе рассчитывать на автоматическую проверку. То есть, по сути дела, здесь какие-то нормы, возможно, даже не нормативно закрепленные, возможно, и судебные практики сформировавшиеся, должны получиться в отношении того, чтобы интересы обоих сторон учитывались. Ну да, я соглашусь, только не соглашусь в той части, что если я получил в конверте, мне обязательно нужна третья сторона для проверки. Я вполне могу проверить на основании тех сведений, которые у меня есть в конверте. Именно поэтому в данном случае вот эта там необходимость заранее подписания и приведение информационной системы, которая должна осуществить проверку к боевой готовности, скажем так, она не требуется. Вот я хотел сказать, что есть случаи, когда действительно это не нужно. Поэтому, когда мы говорим о том, что нужно установить какие-то ограничения, мы должны рассматривать всех участников взаимодействия, а не только тех, кто будет на основании внедренной информационной системы делать сервисы, предоставляющие возможность проверки тех или иных документов, ну и там, соответственно, вести свою коммерческую деятельность на основании этого. Мне кажется, Дмитрий что-то еще уточнить хотел.
ответили на вопрос. Я единственное хотел еще такой нюанс отметить, что если устанавливать нормативно, то тогда, возможно, стоит установить, что дата совершения доверенности не должна быть раньше метки доверенного времени. Вот, потому мы, что это, тогда, мы это установили же. Да, 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 да. Вот поэтому. Какой-то еще был комментарий по форме или формату? Так, у меня, я заканчиваю по формату, и мы переходим, видимо, да? Еще раз, мы рассчитывали, что будет утвержденный формат, которого все будут придерживаться. Да. Выяснилось, что регулятор не имеет полномочий утверждать форматы, в результате формат будет рекомендуемый. Какие прогнозы, плюсы, минусы? Ну, есть некий плюс, что если мы что-то не учтем в формате, то кто-то будет дополнять и сделать некий свой формат. Но дело в том, что если все начнут вносить какие-то изменения, утверждать свои форматы, у нас будет зоопарк, с которым будет невозможно работать. В сегменте B2G мы понимаем, что в данном случае любой государственный орган будет, значит, ну, как бы придерживаться, скорее всего, рекомендуемого формата и каких-то своих условий, и весь бизнес, который с ним общается, будет по этим правилам работать. А вот в сегменте B2B такая опасность на самом деле существует. И по поводу формата, самый, наверное, там вот ключевой момент – это все-таки возможность проверки полномочий, потому что все остальные реквизиты проверяются легко, а вот полномочия у нас и классификатор полномочий – это некий камень преткновения. И опять же, в сегменте B2B, B2G это все достаточно просто. Каждый государственный орган, вот по примеру, например, ФНС, устанавливает свой справочник, он, скорее всего, небольшой, он конечный, и все по этим правилам играют. В сегменте B2B мы, наверное, сейчас будем этот момент обсуждать. Да, как раз мы вот переходим к той теме, самой, наверное, вкусной во всей этой сессии, надеюсь, что все сейчас бодрятся, которая касается кодов полномочий. И здесь я вернусь к вопросу о форме. Да, у нас все-таки была та формулировка, которую нам, к сожалению, не позволили пропустить в проект вот на данном этапе. Это ссылка на стандарт, который описывает работу с объектными идентификаторами. Очень важная вещь. То есть если мы говорим про то, что с форматом доверенности машиночитаемой не должно быть зоопарка, то с кодами полномочий, тем более, этого зоопарка быть не должно. У нас изначально было предложение сослаться на стандарт, и мы предполагали, что, работая с кодами полномочий, мы будем работать с объектными идентификаторами, которые сформированы по известным всем стандартам. Сейчас пока мы не можем ссылаться на стандарт, это утверждение Минцифры, поскольку Минюст, скорее всего, не пропустит эту ссылку, но все-таки мы надеемся, что мы этого добьемся, ссылки на этот стандарт. И, соответственно, то же самое должно быть указано в проекте в отношении классификатора. Да? То есть у нас должно быть там тоже указано, что коды полномочий, которые публикуются в классификаторе, они должны соответствовать этому стандарту, быть созданы по правилам формирования объектных идентификаторов. И тут у нас возникает целый набор вопросов, которые касаются вот этих веток объектных идентификаторов. А как же мы будем гармонизировать подходы к формированию классификатора? Как мы, в принципе, можем кодировать эти полномочия и стремиться к тому, чтобы максимум кодировать? Вот здесь я хочу передать слово Сергею Израилиту с его выступлением на тему кодирования полномочий и формирования классификатора. Ну, мы сейчас, наверное, и слайды тоже включим, да? Слайды нет необходимости включать. Я вчера про это рассказывал, и там я просто боюсь отвлекать слайдами от дискуссии, которую бы хотел в большей степени увидеть. Со своей стороны поддержу эту позицию. Более того, скажу, что это официальная позиция Центра компетенции. Мы категорически против решения Минкомсвязи. Это, пожалуй, единственное принципиальное разногласие по копированию куска стандарта в нормативно-правовой акт. Это неправильный путь, и он нас заведет на самом деле не туда. Значит, но вот в отношении кодирования полномочий, про какие вещи надо сказать до того, как мы начнем дискуссию? Да? Мне вот очень понравился тезис о том, что мы должны уметь проверять кодированные структурированные полномочия на соответствие реквизиту документа, то бишь, например, договора, да, который у нас там лежит. Ну и вообще в широком смысле соглашения, даже если это односторонняя сделка, там неважно. Значит, таким образом мы на самом деле говорим не о каталоге полномочий, которые у нас будут в доверенности, а о предмете договора.
И это надо понимать, что на самом деле до тех пор, пока мы про это забываем, мы все время, у нас все время иллюзия такая, что мы проверим реквизиты, условно говоря, там, дата ФИО подписавшего или еще какую-нибудь такую же, в общем-то, очевидную ерунду, и это нам на самом деле позволит предмет проверить. Да нет, конечно, коллеги. Это на самом деле абсолютно зеркальный набор реквизитов. Что касается предмета договора, что касается предмета полномочия. Здесь невозможно провести границу. Всякий раз, когда вы эту границу провели, вы вылетели либо в интеллектуальные сервисы, которые имеют правдоподобный результат. Да? Есть очень хорошие сервисы сейчас, которые неплохо вытаскивают смысл, но даже лучшие из них, даже в хорошо формализованных отраслях, я вам как специалист по искусственному интеллекту говорю, 75, максимум 80% достоверности. То есть вы автоматом получаете 20% ерунды, которые разбирать людям. При том, что некоторых сферах мы тестировали эти алгоритмы в разных условиях, 20% в лучшем случае. А 80% ручной разбор. То есть мы можем пойти в эту сторону, но это будет провал. И, соответственно, мы еще там долгие годы не достигнем ту вот эту задачу, которую перед нами ставят, а именно убрать под капот эту проверку. А ведь это самое важное, потому что ведь на чем мы сейчас выезжаем? Да, действительно на доверии, да, действительно на том, что у нас какая-то страна не посмотрела, какая-то полагалась на добросовестность, какая-то еще что-то сделала, да, и у нас возникает масса проблем, ну, среди которых там простейшая проблема – это слабая сторона. Да? Потому что, условно говоря, малый бизнес против крупной корпорации, где есть юристы, в малом бизнесе нет. Малый бизнес там почти ничего не посмотрел, и потом вправе в суде ссылаться на то, что я не понял. Мы получаем массу оснований для недействительности сделок, для оспаривания сделок, условно говоря, и так далее, которые на самом деле на право применения влияют негативно. И говоря про электронный оборот и про машиночитаемое доверие, как ни странно, надо именно этот интерес наших клиентов иметь в виду. Мы ради него работаем. Ради того, чтобы право применения было более последовательно, более надежно, и чтобы, условно говоря, бизнесу было легче вести дела. Ведь, наверное, в этом идея, а не в том, чтобы мы, условно говоря, быстрее проверили полномочия там. Вот если мы про этого клиента не заводим, про нашего самого главного, и ради которого, ну, по крайней мере, мы в центре компетенции работаем, мы-то работаем на инвест-климат в первую очередь. Да, соответственно, то у нас несколько поменяется целеполагание. Потому что, смотрите, говоря про критерии массовости, да, мы сразу видим, что наиболее массовый характер сделок – это там, ну, 2, 3, 4 десятка предмета типовых договоров. Договор на оказание услуг связи, договор поставки и так далее. Они неплохо формализуются с точки зрения предмета. И они ровно зеркально должны попасть в, условно говоря, предмет полномочий. Потому что на самом деле тогда будет автоматическая проверка. Но смотрите, что мы здесь видим. Мы здесь видим, во-первых, довольно большое количество регуляторов в этом процессе. Их строго больше одного. Да? А во-вторых, самое интересное, мы видим довольно большое количество очень крупных корпоративных заказчиков. Например, какой-нибудь там РЖД. У него своя экосистема, у Росатома своя экосистема и так далее. У каждой крупной компании, а их, ну, в моем представлении сейчас минимум несколько сотен, своя экосистема реквизитов, каждый из которых совершенно по-разному написан, в разной антологии. И вопрос совмещения этого всего, он нетривиальный. Поэтому я считаю, что если мы на самом деле сейчас вдруг внезапно забудем про вот этот вот момент, понимая, Наталья, что ваш тезис о том, что новые требования в процессе разработки актов, это, конечно, нехорошо, да, но вот это на самом деле центральная вещь, абсолютно необходимая, которую невозможно никак перепрыгнуть. Всякий раз, когда мы ее подменяем на какой-то суррогат, мы получаем, ну, условно говоря, холостой выстрел в нашей автоматизации. Вот эта вещь центральная. Как будет построен справочник и механизм кодификации этих полномочий? Значит, наше мнение, что уже сейчас и технологические возможности для этого есть. Нужно строить федерированную библиотеку метаданных, которая описывает эти полномочия. Что это значит? Это означает, что ни у одного ФАИВа нет, условно говоря, возможности утвердить справочник всего. Да? Вот я вчера уже показывал, как ФАИВы легко пересекаются, легко заползают на поляну друг друга и легко придумывают разный реквизитный состав для одних и тех же данных. Вот как этого избежать? Это избежать можно только технологически, сделав
возможность, и мы видим такую возможность, ее надо потестировать, собирать полную библиотеку реквизитов из компонентов, каждый из которых утверждается своим фавилом. Но более того, прекрасно здесь в чем? Что и организации, как крупные, так, кстати, и маленькие, смогут пополнять эту федерированную библиотеку данных своими реквизитами, реквизитными данными. Вот здесь же какой момент? Что чем мы меньше оставим возможности для крупных организаций либо для ассоциаций делать свою часть справочников, тем хуже у нас будет работать машиночитаемое право, как ни странно. Хуже у нас будет работать машиночитаемая доверенность, хуже у нас будет работать машиночитаемый договор. Больше будет судебных исков, больше споров. То есть на самом деле такую возможность надо оставить. Вопрос, условно говоря, как построить процедуры гармонизации вот этой вот федерированной библиотеки, с моей точки зрения, является сейчас центральным вопросом стандартизации работы. И мы, к сожалению, по моим ощущениям, сейчас в режиме бегом-бегом не заложим правильную модель, однозначно работающую, в акт, который делает Минкомсвязи. Именно поэтому у нас безальтернативная ситуация. Нам нужно выводить эту историю на стандарт и дальше этот стандарт развивать. Вот это основной тезис, который я бы хотел сейчас обсудить, потому что он, правда, с моей точки зрения, является краеугольным камнем этого здания. Вот если его не будет, не будет фундамента, мы опять там домик на песке, и он куда-нибудь уплывет. Спасибо. Какой может быть методология такой гармонизации, Сергей? Вот есть ли идеи по этому поводу? Есть международные стандарты, которые обеспечивают работу федерированных библиотек метаданных. Они существуют. Мы последние 3 месяца ведем исследование этих стандартов. У нас есть некая практика наработанная, ну, что лучше работает, что хуже работает, почему есть успешные примеры федерированных библиотек, почему нет. Самый успешный пример из мне известных – это методология ISO 15926, которая была в модели iRing применена еще 10 лет, даже 15 лет назад в проектах, условно говоря, управления закупками корпорации Европейской Фиотех. Но на самом деле с тех пор много воды утекло. Есть еще несколько экспериментов, к которым надо отнестись серьезно, для того, чтобы ответить на вопрос о том, как правильно структурировать и, самое главное, как правильно автоматизировать сборку такого типа библиотек. Ой, а можно уточнить? То есть вы считаете, что полномочия на заключение договора, мы все время используем слово «подписание», а в принципе договор и полномочия на заключение договора зависит от содержания договора. Предмет договора – это содержание договора. Да, конечно. Очень часто зависит. На чем ваша уверенность? То есть, условно говоря, на проверке. Какой предмет? Вообще, это интересный тезис для меня. Мне всегда… Ну, есть, конечно, ситуации, как действительно зависит. Ну, например, заключение крупной сделки акционерным обществом. Там есть определенные полномочия, должны быть на это, в определенной ситуации. Но вообще содержание договора, ну, это, для меня это тезис неожиданный. Может быть, я позже к этому приду, но вообще, как правило, в массовом сюжете так-то не бывает. Но если вот давайте я вам просто расскажу, как бывает-то на самом деле. Вот если у вас в организации больше 1000 человек работает, а я думаю, что правильнее всего начать именно с больших организаций, то делегирование полномочий идет по сути дела, отраслевым, предметным, узкоспециальным признакам. Вот эта история с бейджами, она мне очень понравилась. Она правильная. Ведь такого типа полномочия может существовать и реально существует. Вот только на это дано полномочие какому-то конкретному сотруднику, там, это может быть даже стажер, это может быть волонтер какой-то, да, который вот именно эту штуку делает. Но, условно говоря, если мы хотим, чтобы он это делал в сложно сочетающихся информационных системах, да, то, соответственно, это полномочие, оно должно быть формализовано. Кто может его описать? Его может описать только бизнес, который реально эту деятельность ведет. Вот он говорит, моя деятельность структурирована вот так-то. Вот мой бизнес-процесс, вот у меня 16 стадий, и, грубо говоря, здесь у меня работает этот, здесь этот, здесь этот. Как и самое смешное, извините, что я перебью, это вообще не отраслевая. Никто не спорит. Вот с этим то я и спорить не собираюсь. Нет, но понимаешь, вот для как бы юриста содержание или предмет договора, ну я не знаю, там предмет договора оказания услуги какой-то.
Так это просто один человек, ну? Это какой-то вы имеете в виду одномоментные полномочия на заключение конкретного договора, на заключение конкретных типов договоров? Типов договоров, да. Вот у меня, например, есть у человека полномочия заключения договора по поставке техники. Все. Он не может скрепки покупать, он может закупать только серверное оборудование. У него только на это полномочия. И это на самом деле как раз самое интересное, потому что еще раз. Вопрос, понятно, вопрос. Идея понятна. Вообще идея понятна, мне надо было идею просто прояснить. Ну, то есть это категория, вы в качестве предмета договора вот определяете категорию бизнес-процесса. Ну, такое, наверное, тоже бывает. Но, в принципе, юриспруденция может быть как-то немного иначе, но идея ваша понятна. Конечно. Это вы рассматриваете с точки зрения бизнес-процесса. Я даже более того скажу, что все самые интересные с теоретической точки зрения договоры, они как раз нестандартны. Но все самые неинтересные с точки зрения теоретиков, они как раз носят типовой характер. Вот, например, посмотрите на крупные экосистемы крупных заказчиков. У них стандартный раз и навсегда утвержденный договор. Попробуйте договор с МТСом на присоединение к услугам связи поменять, и вы сразу же поймете, о чем я говорю. Это типовой договор, у которого есть типовой набор стандартных действий. Это 100%. Просто ведь полномочия — это все-таки конкретные, персонифицированные вещи. Вы же даете полномочия. Вот смотрите, договор как бизнес-процесс вы определяете как категорию, а полномочия это вы даете лицу, а не категории пользователей. Уж если определять бизнес-процесс, то у вас тогда и тот, кто совершает эту сделку, ну, заключает договор, он тоже должен быть категориален, а он конкретен. Значит, не могу все-таки не вспомнить. Вообще, чем больше чем-то занимаешься, тем больше приходят в голову аналогии. Вы знаете, все, что мы говорим, очень похоже на фразу Владимира Ильича Ленина о том, что право – это применение равного масштаба к разным людям. Вот это вот абсолютно то же самое. Так я же с вами согласен. Да спора-то ведь нет. Да, на самом деле это просто требует, вы правы, точного названия. Да? Но это чем более массовое явление, тем оно носит более типовой характер. Да это правильно, это никто не спорит. Я имею в виду, что вы определяете содержание и предмет как категорию, то есть это договоры, относящиеся к категории. А доверенность-то дается на лицо. Понимаете? А доверенность дается на конкретное лицо. Если бы речь шла о том, что доверенность дается на категорию тех, кто исполняет это, вот это было бы понятно. Нет. Вот здесь вы немножко ошибаетесь, именно потому что, может быть, вы не айтишница. Нет, абсолютно. Да. Значит, почему? Потому что у меня на самом деле с точки зрения IT два ограничивающих фактора, а не один. Первое – это лицо, которому дано такое право, и оно может и должно быть единственным. Да, в данном случае. А второе – это категория. Но у меня и то, и другое лежит просто в разных полях. В одном поле у меня лежит категория договора, а в другом у меня лежит конкретная фамилия, имя, отчество, которому доверенность дана. То есть вы определили, например, даете доверенность, грубо говоря, даете доверенность вот такому-то человеку с его описанием на заключение договоров, там, я не знаю, в области связи таких-то, таких-то, таких-то. Не на заключение конкретного договора с конкретной командой, так а на заключение бывает такого типа договора, скажем, объемом таким-то, ну, там, стоимость таких-то, может быть, даже потолок стоимости и так далее. То есть у вас доверенность вот такого типа вы предполагаете, да, а не конкретную. Они носят как раз самый массовый характер. Ровно вот те от 6 до 10 миллиардов человеко-часов в год, которые Российская Федерация тратит на проверку и заключение таких договоров, вот из них от 80 до 95% укладываются в 30 типов. Я поддержу, да, Сергея. Я поняла. Банковская деятельность, например, самый распространенный договор там, банковского счета, там, пожалуйста. Да, там, или банковского кредита. Да. Вам банковской деятельностью попроще немножко. Это у вас определенный тип деятельности. Вот смотрите, хотел вот тоже вклиниться, коллеги, если позволите. Да. Вот хотел поддержать Сергея. Мы в рамках рабочей группы как раз к тем же ровно выводам и пришли. Да, по поводу приоритетности вопросов, связанных с классификатором полномочий, от необходимости
обобщение существующей информации, дедупликации, ревизии полномочий существующих, увязки с корпоративными классификаторами полномочий. То есть это все вопросы классификатора полномочий органов государственной власти. И эта задача очень серьезная. Да, вот, значит, что в нашем королевстве происходит? Началась работа по поводу того, чтобы составить перечень полномочий кредитных организаций, да, которыми кредитные организации наделяют там своих сотрудников. Регулятор Центральный банк там через ассоциацию уже запустил такой опрос. Вот мы со своей стороны в нем участвовали, составляли перечень полномочий, которым мы наделяем своих сотрудников. Их вот то, что мы отправили, 400, да, но это не полный список, я уверен, вот, и там, начиная, говорю, договор банковского счета, договор банковского вклада, там, заканчивая полномочиями на, там, подачу заявок на участие в госзакупках, например, там, то есть очень. А вот расскажите, вот, пожалуйста, можно вопрос задать? Вот смотрите, у вас есть уникальные полномочия в банковской сфере, да? Да. А есть в других сферах тоже уникальные, а есть вот какие-то очень общие полномочия, например, не знаю, подписывать счета фактуры. Как вы думаете, должно быть в вашем справочнике, где-то на верхнем уровне, в справочнике каждой категории бизнеса? Как вот это вот определить? Прекрасный, если прекрасный не ошибаюсь, вопрос, это даже в справочнике казначейства сейчас есть такой код полномочий. Я могу казначейство, это налоговский документ. Нет, я говорю, что это в разных совершенно сферах могут быть одинаковые коды. Что делать в таком случае? Вот что ты нужно делать, ли отказываться это тем, вот кто уже установил код? Вопросов, да. Смотрите, вот есть два подхода. Первое, мы сейчас посидим, поштормим и примем однозначно неправильное решение. Конечно. Значит, и второй подход – это реализовать алгоритм управления содержанием этой федерированной библиотеки. Вот чем отличается тот подход, это радикально, это слом мышления, да, услышьте, это ключевой момент. Вместо попытки утвердить правильный справочник и раз и навсегда решить, где это должно быть, должен быть реализован механизм обработки огромного массива данных в рамках семиуровневой архитектуры, если мы говорим про Airing, а может быть она будет и более высокоуровневая, с анализом частотности тех или иных полномочий, с анализом кросс-отраслевого порядка полномочия и с тем, что вот, это вот, вот этот тип классификатора, он имеет возможность всплывать, если он частотно распространен, на самый верх. То есть, условно говоря, условная ФНС не должна, с моей точки зрения, ну кроме ручного анализа, который коллеги сейчас сделали на входе, большое им спасибо, в рамках концепции это сделано, да, но ФНС не должна отвечать на вопрос участия в госзакупках, распространенное полномочие или нет, оно должно быть на федеральном уровне или оно должно быть у каждого свое. Она должна смотреть на статистику регистрации однотипных полномочий, связанных с такого типа предметом. Если, грубо говоря, возникает ситуация, что 1500 организаций хотят это зарегистрировать, да, и от них пришли запросы на регистрацию, то тогда, да, действительно должна происходить унификация. Существуют процедуры, которые, я считаю, что должны быть стандартизованы, причем стандартизованы в первую очередь, которые позволяют на уровне информационной системы, управляющей этой федерированной библиотекой, ответить на вопрос, что вот это вот общее полномочие, и, соответственно, оно поднимается на самый верх, оно выходит из даже отдельных отраслей и становится, условно говоря, федеральным компонентом. Какие-то остаются отраслевым компонентом, какие-то остаются корпоративным компонентом. И здесь, кстати, та самая роль, про которую третьей доверенной стороны вы говорили, она на самом деле дополняется, потому что с крупными компаниями взаимодействие легко относительно организовать, а вот с малым бизнесом довольно сложно. И, например, таким организациям, как третья доверенная сторона, либо организациям типа 1С, которая делает универсальное программное обеспечение для бухгалтерского учета, очень важно в этом диалоге участвовать и, более того, возможно, держать свой компонент этого справочника. Да, я услышала. Я, знаете, можно я риски обозначу вот такого подхода? Мне прям страшно делается, если честно. Алгоритм — это, конечно, очень хорошо, но у нас у бизнеса могут быть разные информационные системы, совершенно необязательно их создателями является 1С или доверенная третья сторона. И если у нас есть действующая доверенность, в которой определены полномочия, и на момент ее совершения мы их проверили, прочитали, поняли, о чем они, а потом это полномочие как-то трансформировалось, объединилось, куда-то там всплыло, и когда мы начинаем проверять доверенность заново, там тот же самый код полномочий, а, отсутствует в справочнике, б, как-то формулировка изменилась у этого кода, называется ОЙ. Прекрасный риск.
Я считаю, что он один из самых важных. И именно с точки зрения этого риска надо посмотреть на те хорошие решения, которые обеспечивают сейчас ссылочную целостность федерированных библиотек. Это в числе трех приоритетов последних 20 лет развития федерированных библиотек. Вот те люди, которые эту идею реализуют, у них ссылочная целостность, это еще раз, первое. На всех конференциях, о которых они говорят, рассказывают про эту историю, они говорят: ребята, вот чтобы обеспечить ссылочную целостность, мы полностью перепахали всю нашу методологию, потому что нашим участникам, а вот в корпорации Фиотех были проекты на 10 тысяч подрядчиков. 10 тысяч. Да? И надо понимать, что там нарушение ссылочной целостности просто будет приводить к отказу в обслуживании оборудования. Потому что если вы собираете нефтегазовую платформу, например, или какой-то комплекс в Дубае, да, и у вас там на каждый винт своя спецификация стоит, то нарушение ссылочной целостности – это все. Это сразу хана проекту. Это невозможно даже вообще ничем управлять там. Поэтому вот вопрос ссылочной целостности, он основной, я с ним согласен. Я предлагаю поштормить как раз именно с этой точки зрения, чтобы не делать кустарное решение. Ну вот вопрос, как все-таки этого добиться, потому что у нас в любом случае какой-то переходный период до того, как мы достигнем того уровня эволюции этого федерированного справочника, он неизбежен. Да? Этот переходный период будет. Что делать? Как жить? У нас все, в общем-то, вступает в силу с 1 января 2022 года. Смотрите, значит, готового ответа на этот вопрос нет, но есть подход. Значит, подход как раз заключается в той идее, о которой мы с вами говорили в начале моего выступления, а именно вытащить эту историю на стандарт, сделать несколько параллельно существующих вариантов. Суперпростой, который меняет существующую деловую практику в наименьшей степени, слегка более продвинутый, который основывается на реестровой модели, и совсем продвинутый, да, который организации могут применять добровольно. Дальше, понимаете, в чем дело? Как только вы увидите два или три варианта, ну, как только, вот, допустим, автоматизатор и его клиент увидят два или три варианта, при разработке новых систем они, конечно, будут выбирать лучший. Особенно если эта инфраструктура будет поддержана государством. То здесь ключевой вопрос, это чтобы государство сказало: я третий вариант, самый крутой, тоже уже поддерживаю. Он уже работает. Пускай там, условно говоря, не все полномочия возможные, а только те, которые во втором варианте прописаны, да? Пускай они там просто продублированы. Но вы при разработке новых систем не надо все с 1 января 2021 года менять, или с 2022, вернее. Они параллельно должны жить эти три варианта? Они должны поддерживаться государством. 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 А информационными системами? А информационными системами по мере их эволюции. Вы когда будете новые системы делать, вы, конечно, третий вариант заложите, потому что он вашему клиенту дает огромное преимущество. Подождите, Сергей, у меня информационная система новая, а у моего клиента старая. Я поддерживаю, клиент не поддерживает. Приходит клиенту доверенность, и он такой: ой, а я полномочия проверить не могу. Не-не-не, стоп. Еще раз. Та модель, про которую я говорю, означает зеркалирование федерированной библиотеки, которая создана по третьему методу, на второй. То есть на втором уровне она всегда существует. Вы всегда можете проверить, вы можете к ней обратиться как к целой библиотеке, которая утверждена, условно говоря, там, не знаю, кто, у кого будет такое полномочие, условно там приказом ФНС. Вы к ней можете обратиться через универсальный интерфейс второго уровня сложности. Вы хотите, чтобы эти системы поддерживались государством методически или уже нормативно? Методически, нормативно и технически. Здесь все три компонента. Нормативно это уже практически в качестве... ну, может быть, возможности выбора. Методически это вообще, хочешь делай, хочешь не делай, но вот это лучшее. Не, нормативно я имею в виду с точки зрения, должны быть зафиксированы последствия правовые, применение то вот этих... или иной, всех систем. Да, но да. Это нормативно уже. Да. Наталья, вы, по-моему, хотели прокомментировать? Нет? Наверное, нет. Хорошо. Сергей, спасибо, да, за ответ. Ну, понятно, что... Работа предстоит колоссальная, и она касается не только кодирования полномочий, но, я думаю, и определения каких-то реквизитов, которые обязательно должны присутствовать в документе для того, чтобы сверка происходила кода полномочий, да, и все-таки содержание самого документа. Вот вопрос, наверное, к Федору Новикову теперь. Насколько, да, здесь будет реалистично такую задачу выполнить? Потому что нам действительно надо будет перелопатить все форматы документов и заложить
какие-то определенные правила на будущее, что должно содержаться в документе, чтобы эта проверка происходила автоматизированно. Ну, мне сначала понравилось, что ФНС не должно, а потом должно в контексте высказанного Сергея. А потом мы так плавно и у Минсвязи забрали полномочия по кодированию. Ну, почему нет? Вот. Благо сегодня представителей Минцифры нет у нас, да? Мы можем говорить все, что угодно. А по поводу того, как будет меняться формат документа, насколько он сможет там, поддержать технологию. Но вот из всего того, что я услышал, я понимаю, что внедрение просто классификатора полномочий без возможности разобрать документ на составляющие – это бессмысленная история, поскольку не происходит основной ценности, которую дает такое полномочие – это убрать человека читаемый труд, заменить машину читаемым, получить в конце какой-то апруф, либо наоборот не удовлетворить результат проверки, и на основании этого принять решение для дальнейшего там, бизнес-процесса. У нас здесь люди, которые собраны в зале, это, скорее всего, люди продвинутые, которые понимают там, большую часть из того, что здесь говорится. Я могу сказать, что я не понимаю всего, что здесь говорится, вот, но там, большую часть я улавливаю. А если мы выйдем за пределы этого прекрасного места и спросим человека, который ведет реальную хозяйственную деятельность, скорее всего, он не настолько глубоко погружен. Поэтому в рамках своей концепции по развитию электронного документа оборота вообще в стране у нас есть два параллельно действующих направления. Первое направление, оно связано с тем, чтобы максимально насытить рынок электронными документами. Я тут перехожу к ответу на поставленный вопрос. В уже привычной существующей структуре. То есть той структуре, в рамках которой мы делали универсальный передаточный документ, торги, акты и прочее, прочее. То есть да, это там, максимальная структура, которая может передаваться, которая может там, обрабатываться автоматизированными системами, которая содержит некоторый набор реквизитов, который привычен с одной стороны, с другой стороны отвечает потребностям хозяйствующего субъекта. Параллельно мы думаем над второй ситуацией, которая тесно переплетается с предложениями Сергея, и мы это уже обсуждали, это создание некоторого инструмента. В нашей парадигме он назывался чуть-чуть по-другому, то есть мы думали, что это некоторый конструктор форматов, то есть набор типовых блоков, из которых можно будет комбинировать формат под любой документ, и потом его автоматизированно передавать. И поскольку правила формирования документов из стандартизированных блоков, они присутствуют, то получающая информационная система сможет их декомпозировать и разобрать. История с метаданными, мне кажется, это чуть-чуть на полшага дальше, чем мы думали. Вот. И в рамках, скажем так, такой немножко научно-исследовательской деятельности мы, конечно, там с коллегами Сколково обязательно плотно повзаимодействуем, если этот подход покажет свою практическую возможность реализации, и мы действительно сможем ответить на те неудобные вопросы, которые задает Наталья. Ну, сегодня Наталья, а в принципе там другие представители бизнеса, то почему бы нет, это действительно хороший путь, но еще раз возвращаясь к обычному человеку, для многих это может быть нетривиально. То есть люди привыкли к документу так, как он видит, и вот эту вот историю по смене парадигмы, ее нельзя проводить резко. То есть это должен быть последовательный процесс, которому, когда мы будем уже внедрять, во-первых, подрастет поколение, которое вообще, открывая бизнес, не понимает, что такое бумага и зачем эта бумага нужна. Вот. А потом это будет логичным не революционным путем, а эволюционным. Мысль такая. Спасибо большое. И у меня еще такой вопрос, наверное, ко всем участникам. Как вы считаете, нужно ли предусмотреть участникам электронного взаимодействия какие-то системные ограничения на то, чтобы менять те реквизиты, которые при проверке полномочий будут, ну, собственно, служить основанием для принятия решений? То есть, например, поле, где указывается тип документа или какие-то другие поля, где указываются важные реквизиты для того, чтобы при сверке с машиночитаемой доверенностью определить, есть полномочия или нет, чтобы они были защищены от каких-то изменений, чтобы подписант не подкрутил там чего-то, чтобы потом эта проверка машинная, машиночитаемая, дала положительный результат, хотя на самом деле соответствия реквизитов не было. Если понятен будет, ли мой вопрос? Да? Я перевожу, наверное, да. То есть в договоре вы, если в явном виде указываете полномочия подписанта,
то составитель договора, он же есть подписант, указал полномочия там на выгул собачки, а там договор на 3 миллиарда. Но система, взяв из справочника код полномочия, сравнила их, коды совпали, и она радостно посчитала, что он имеет право подписывать договор на 3 миллиарда. Можно ли предусмотреть ограничения, чтобы не было возможности вот на такие мошеннические действия? Да. Смотрите, этот вопрос. На самом деле это тоже очень важный вопрос. Это вопрос, который мы вчера уже попробовали обсуждать, а именно вопрос о соответствии машинночитаемой части договора и человекочитаемой. Значит, конечно же, ну, опять же, форма письменной сделки, которая в Гражданском кодексе есть, она не конкретизирует, что это за письменная форма такая, да, предполагая, что она на обычном человеческом языке написана. А на самом деле с появлением машиночитаемой части ситуация перестала быть однозначной, потому что такого типа противоречия легко реализуемо, значит, в том числе мошенническими действиями. С моей точки зрения, нам нужны, возможно, дополнительные нормы, которые позволят признать сделку недействительной, если реквизитный состав машиночитаемой части и того, что написано человеческим языком, различаются. Ой, можно уточнить, так признать недействительный или не дать возможности заключить? Вот смотрите, технически не дать возможности заключить, это задача, ну как у нас математиков называется, НП-полная, да, ее решить в обозримое время для всех случаев технически невозможно. Ну, то есть на самом деле, да, еще раз, собачку от 3 миллиардов отличить, я думаю, мы сможем. А вот, условно говоря, там, договор услуг и договор предоставления доступа к базе данных и договор лицензирования IP какого-то другого, скорее всего, уже нет. Потому что, это именно техническая проблема. Но вы знаете, и собачка за 3 миллиарда до тех пор, пока не возник спор, абсолютно правомерно. Она, этот вопрос может возникнуть только тогда, когда кто-то начнет говорить: ой-ой-ой, извини, недопонял и так далее. А в принципе, если обе стороны согласны, то это вообще укладывается в свободу договора. Это правда. Поэтому на самом деле я бы именно шел по пути дополнения оснований для недействительности сделки, потому что если одна из сторон сказала, что это какая-то глупость, да, соответственно, то сделка может быть признана недействительной. Либо она может быть признана в качестве состава мошенничества, в том случае, если две стороны злоупотребили этой историей, и, условно говоря, ФНС, например, или еще какие-то коллеги, которые нас контролируют, да, потом обнаружили по статье «Выгул собак» эти 3 миллиарда в отчетности. Да, то есть на самом деле здесь есть два интереса. Интерес стороны и интерес третьего лица. Ну, я уточню, что если ничего не нарушает, в принципе, ну, это здесь не нужно одиозного, конечно, но бывают вещи пограничные. С одной стороны, могут казаться одиозными, а сторонам это может казаться вполне себе ничего. Поэтому, если это не нарушает их, если они не оспоривают никто, и если это не нарушает законодательство во всех аспектах, то это укладывается в свободу договора. Да, я бы именно таким образом действовал, как раз возможность защитить все-таки свободу договора от тлетворного влияния машиночитаемого права. Сейчас ничего не мешает это сделать, ведь правильно же, ну, то есть как бы защищать свои интересы в суде. Я хотел бы напомнить, что мы сейчас в свободу воли, в совершении сделки довольно много усилий вкладываем, но в реальной жизни большинство хозяйственных субъектов подписывают именно счета фактуры, а не договоры, потому что договор может быть заключен и действует в течение достаточно продолжительного времени, а количество расчетов, которые проводят стороны в рамках этого договора, и оформление достаточно... существенно менее сложных однотипных документов, для которых тоже нужно проводить ту самую процедуру проверки машиночитаемой доверенности, вот их автоматизировать проще, по ним вопросов проще, и именно здесь есть расчет на то, что диджитализация в целом нам даст эффект экономии при переходе от существующей системы, когда в основном используют бумажные документы, к машиночитаемым документам, к машиночитаемой доверенности, электронным документам и так далее.
Вот для этого мы с вами работаем. А теоретический вопрос о том, как описать полномочия по выгулу собачек, тоже очень интересная задача, но может быть степ-бай-степ двигаться. Сначала можно ли счета фактуры подписывать? Да, можно. Проверили, работает. А потом уже про собачек. Согласна. Здесь только один нюанс. Если мы изначально в архитектуру не заложим возможность собирать много разных полномочий разнотипных, то потом нам еще раз придется заплатить за переделку всех систем. Да. Поэтому я и говорю, что сейчас на самом деле вот с коллегой из ФНС в чем не согласен, да? Надо уже сейчас фундамент заложить. Это на самом деле стоит копейки именно архитектурно. Да? Но на самом деле позволяет эту систему дальше развивать. Потому что если мы сейчас в этой части ошибемся, нам потом придется подход еще раз поменять. А это дорого. Я вот двумя руками поддерживаю обоих коллег, потому что, во-первых, итерационный процесс должен быть, а во-вторых, да, архитектура системы изначально должна быть заложена такая, чтобы можно было эту систему развивать. Это вот общий подход при программировании. Да, абсолютно согласна с вами, но также хочу отметить, что у нас достаточно такие сжатые сроки для того, чтобы многие полезные вещи заложить сейчас в проекты. И у нас со сроками связана еще одна проблема, которую, наверное, стоит сегодня озвучить, то, что сейчас сроки установлены очень близко установлены к тому моменту, когда вся эта система должна заработать. То есть это 6 декабря 2021 года. Мы понимаем, что за 3 недели организации и госорганы не смогут, скорее всего, доработать свои информационные системы для того, чтобы работать с машиночитаемыми доверенностями. Сейчас уже на 1 июля. Как добрый волшебник. Да, этот момент упустила. Да, значит, у нас все-таки поменяли эти сроки. Это очень хорошая новость. Мало поменялись, но тем не менее, да. И есть целый ряд вопросов, которые глобально относятся к подписанию электронных документов с применением сертификатов физлица и к представлению машиночитаемых доверенностей. Это определенные коллизии, которые возникли у нас сейчас. И хочу передать слово Игорю Лобкову. Игорь сейчас как раз расскажет нам об этих сложностях. Для начала надо напомнить саму структуру, которая заложена у нас в 63-м федеральном законе, как происходит подписание. Значит, при участии в правоотношениях электронный документ должен быть подписан электронной подписью, квалифицированной электронной подписью юридического лица, сертификат, который будет выдаваться от ФНС. При этом в качестве владельца сертификата указывается физическое лицо, действующее от имени этого юридического лица без доверенности. Либо электронный документ подписывается у нас представителем юридического лица, который не уполномочен действовать без доверенности. В этом случае используется его электронная подпись физического лица и одновременно представляется доверенность, которая подписана электронной подписью юридического лица. И здесь возникает очень большая проблема с введением в действие 476 закона, положение, которое вступает у нас с 1 января 2022 года в части работы иностранных юридических лиц. Эта проблема, она есть достаточно давно, она связана с тем, что в соответствии с 795 приказом ФСБ, с требованием 63 федерального закона, в квалифицированном сертификате у нас должен быть указан СНИЛС лица. Соответственно, для иностранного юридического лица, лицо, действующее без доверенности, это руководитель этого, ЦЭО, руководитель этого юридического лица, который сидит на территории иностранного государства, у него СНИЛС нету. До введения вот этих норм, то есть в рамках старых правил 63-го федерального закона это решалось следующим образом, что он выдавал сертификат на представителя, который осуществлял деятельность на территории Российской Федерации. В данном случае это очень большая проблема, потому что с 1 января 2022 года фактически руководитель иностранной организации не сможет получить электронную подпись и, соответственно, он не сможет выдать доверенность на представителя, на физическое лицо, которое будет действовать на территории Российской Федерации. И здесь
такая, по сути, патовая ситуация, которая фактически прекращает электронную жизнь иностранных юридических лиц в рамках российского электронного правового поля. Вот. Но какие могут быть выходы из этой ситуации? Значит, во-первых, это изменение нормы, регулирующей либо нормы, либо получение от регуляторов какого-то расширенного толкования, расширенного комментария, который будет заключаться в том, что в рамках вот исполнения части 1 статьи 17.263 Федерального закона от имени иностранного юридического лица в качестве владельца сертификата может быть указано лицо, действующее без доверенности, либо лицо, которое зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации как руководитель филиала или представительства на территории Российской Федерации, и данные о котором могли бы быть внесены в реестр аккредитованных представительств и филиалов. Либо второй вариант решения этой проблемы – это институт доверенной третьей стороны, который прекрасно вписывается в эту схему, то есть руководитель иностранного юридического лица будет использовать подпись, выданную с нормами и правилами его иностранного государства, и доверенная третья сторона будет делать подтверждение этой подписи. Но здесь тоже есть очень большой минус, который связан с тем, что для использования института доверенной третьей стороны в рамках международных правоотношений, заверения международной подписи, нам нужен международный договор. И заключение этого международного договора – это, по сути, совершенно не мобильная история, и такая практика, она может произойти, наверное, через несколько лет, когда все состоится, и когда будет охват вот этими международными договорами достаточно широкий. Поэтому иностранному бизнесу нужно очень переживать по поводу введения вот этих вот норм. Еще какие у нас моменты возникают? Во-первых, в машиночитаемых доверенностях у нас отсутствует элемент передоверия как такового. Как раз из-за нормы 63-го федерального закона фактически доверенность, она всегда должна быть подписана исключительно подписью юридического лица. То есть мы не можем сделать схему, что мы выдали физическому лицу, он переподписал и выдал следующему. Это очень сильно беспокоит крупный бизнес, который подозревает, что теперь их руководители будут заниматься только тем, что без конца выдавать машиночитаемые доверенности. Но здесь я думаю, что на самом деле это не такая большая проблема, это, наверное, проблема настройки бизнес-процессов и информационных систем таких клиентов. И третий момент, который вот хотелось бы оговорить, это то, что у нас невозможно выдать доверенность машиночитаемую одному юридическому лицу на другое юридическое лицо. Мы всегда можем выдавать только физическим лицам. Это влияет на, собственно говоря, ответственность, ну и вообще на схемы. И вот такие вот моменты, которые в настоящий момент до конца не решены. Спасибо большое, Игорь. Нина Ивановна, вы хотели дополнить это вопросом? Я хотела узнать, что сделать. Я все думала задавать, я хотела задать финальный вопрос. Ну, не в смысле финальный, а за всем участникам. Нина Ивановна, я прошу прощения, все-таки, да, я думаю, прокомментировать хотели коллизию. Давайте мы оставим это на самый вкусный десерт. У нас есть еще комментарий. Да, по коллизиям у нас есть еще комментарии от Вячеслава Черткова, «Газпром». Пожалуйста, Вячеслав, добавьте тоже описание очень интересной ситуации, которая требует разрешения. Коллеги, здравствуйте. На самом деле, вот коллега уже, Игорь, указал по факту то, о чем я хотел сказать. Это вот именно отсутствие возможности указания в сертификатов, значит, информации о представителе именно юридическом лице. То есть все-таки вот в рамках достижения своих целей как бы не все там юридические лица, либо, ну, в том числе, ну, пока для примера, допустим, юридические лица берем, то есть они не все могут там в силу территориальной там возможности, либо вот отсутствие там квалифицированного персонала выполнять какие-то действия, то есть там контракты подписывать, там, значит, выполнять какую-то там государственную регистрацию там недвижимости, например, в других регионах. Вот. Поэтому приходится, естественно, обращаться к определенным представителям. То есть, да, это регулируется в рамках, то есть вот заключается контракты там поручения, комиссии, агентирования, там, доверительного управления, вот, но в том числе и доверенности как таковые. Тоже, скажем так, они в рамках этих контрактов
подписываются, и именно представители действуют на основании этих доверенностей. Дело в том, что и в существующей, скажем так, редакции 63-го федерального закона именно эта норма отсутствовала, и возникали вопросы при использовании одним юридическим лицом, значит, от имени другого юридического лица своей электронной подписи. Очень много вопросов именно в подтверждении вообще полномочий, очень много вопросов в подтверждении именно критериев этих полномочий и тем более именно в подписанте, то есть имело ли именно это юридическое лицо подписывать определенные документы, значит, своей электронной подписью за представляемого. То есть либо должны были какую-то свою, либо другую электронную подпись, под, скажем так, сгенерировать, либо вообще доходит до смешного, что уходят назад к бумажному документообороту, то есть потому что не получается. Сейчас в 476-м федеральном законе, к сожалению, пока что это также не отражено. Вот. Точно так же все равно остается именно перечень в сертификате, именно одно физическое лицо и одно юридическое лицо. Вот. К сожалению, кстати говоря, даже нет указания ни на ссылку на эту доверенность, да, например, тогда, когда физическое лицо действует от имени юридического лица, даже если там, допустим, он там работник этого юридического лица, не то, что ни ссылку, ни какой-либо специальный вот этот унифицированный код, по которому можно будет перепроверить. То есть нету никаких вообще ссылок, нету никаких сведений, то есть приходит просто документ, он подписанный организацией, подписанный неким человеком. Приходит доверенность. Опять же, тоже доверенность, хорошо, там, допустим, ладно, она будет подписана электронной подписью, но это может быть какая-либо другая доверенность, либо еще что-то. То есть если использовать специальный код, то тогда это однозначно, только лишь нужно обращаться к этим третьим сторонам. Вот. Причем я так понимаю, что по факту это именно электронные торговые площадки. Навряд ли это какая-то, скажем так, еще одно порождение, вот, еще одного посредника. Вот. Но опять же, не все контрагенты хотят работать, как бы вот именно тратить дополнительные средства именно на электронную торговую площадку на эту. Вот. То есть именно в том плане то, что значит, элементарно присылаются просто документы вот, в, чуть ли не по электронной почте, вот, с зашифрованными документами уже там. Вот, собственно говоря, наверное, все. Спасибо большое, Вячеслав. Спасибо за комментарий. Мы, на самом деле, немножко другое подразумевали под третьей стороной, но не будем сейчас уходить, наверное, в эти детали. Да, спасибо. Коллеги, ну у нас уже, в общем, подходит время к концу нашей сессии. У нас, наверное, будут, может быть, какие-то немногочисленные вопросы из зала, но очень хочется услышать вопрос Нины Ивановны. Она нас очень заинтриговала с самого начала. У меня просто вопрос возник. И он, я думала, что, может быть, в течение вот этого обсуждения этот вопрос снимется сам собой, но он не снялся, особенно, ну, естественно, после разговора о том, какие проблемы еще остаются. Скажите, коллеги, а вам не приходило в голову, что вместо того, чтобы подстраивать вот эту машину, читаемую юридическую конструкцию, под доверенность, которая определена в Гражданском кодексе, не лучше ли было бы создать просто самостоятельный институт вот этой самой? Пусть она называлась, мне не хочется это слово повторять, сразу не могу придумать, но пусть это какие-нибудь машины, очень условно, какие-нибудь машины, читаемые полномочия с реализацией всех тех юридических и технологических особенностей, которые, в общем, возникают и которые необходимы. Значит, почему? Естественно, юрист, когда в своей работе, это точно, это не только, значит, айтишник понимает, что все типизируется, но и юрист тоже понимает, насколько все юридические ситуации на самом деле типизированы. И вот на заре, значит, когда создавался рынок ценных бумаг, то, естественно, возникал вопрос о том, как будут работать депозитарии.
Что такое вообще депозитарная деятельность? Так если взять условно, это хранение. Но никому же не пришло в голову подстраивать депозитарную деятельность под гражданско-правовую конструкцию договора хранения, который, например, в качестве своего элемента предполагал такую статью, которая называлась «Хранение вещей в гардеробах организаций». А вместо этого была создана конструкция депозитарного договора. Но это, в принципе, нормальный такой, ну, может быть, не очень крупный правовой институт, но развивающийся как правовой институт самостоятельный. Может быть, эту машиночитаемые полномочия просто выделить в самостоятельный правовой институт, решив на этом уровне все необходимые юридические вопросы, даже если что-то будет отличаться от конструкции гражданско-правовой доверенности. Давайте я попробую прокомментировать. Этот вопрос имеет историю, он 2 года обсуждается. Значит, видите ли, в чем дело? Мы когда 185-ю ГК анализировали, мы не нашли ни одной буквы и ни одной запятой, которая отличает, ну, по сути дела, письменное уполномочие, данное на естественном языке, от письменного уполномочия, данное на машиночитаемом языке. Более того, я вот вчера уже говорил про Хаммурапи и про глиняные таблички, которые были в начале. Полная и неполная письменность, и то, и другое – это письменность. Поэтому на самом деле, ну вот когда 3500 лет понятие полной и неполной письменности появилось, на письменная основа, она же должна отвечать всем требованиям договора. И машиночитаемая сделка, на самом деле, как ни странно, и машиночитаемая доверенность, еще много чего машиночитаемое, это просто форма письменности. Поэтому, на самом деле, в отличие от депозитария, который вот там, нам, на самом деле, с этой историей придется столкнуться по всему телу ГК, включая 4-ю часть. Поэтому, если мы сейчас попытаемся эти истории разделить, то мы, во-первых, с высокой вероятностью получим тот самый риск, о котором говорят коллеги, что есть отдельный кусок машиночитаемого договора, он не соответствует куску договора, который человекочитаемый, а нам нужно, наоборот, этого избежать. И мы как раз только что с вами это обсуждали, чтобы уйти от злоупотреблений, направленных на то, что манипуляция происходит кодами, которые человек просто проверить не может, значит, глазками. Значит, и это первый аргумент. А второй аргумент – это все-таки технически, да, мы на самом деле уже имеем такой инструмент, который на самом деле в этом зале должен быть хорошо известен, он называется авторизация в информационных системах, который как раз-таки галочками и преднастроенными полномочиями в системе делается. То есть то, что вот этот инструмент очень большим трудом пришиваем к нормальным доверенностям, и то, что многие юристы говорят, что это на самом деле про разное, это как раз вот это вот и есть последствия вот этой сегрегации, которую на этот раз, через 20 лет после того, как появилась эта история, хотелось бы все-таки избежать. Ну, понятно. Ну, и, во-первых, ответ понятен, и это. То есть вы предпочитаете не функциональный, а полный эквивалент. Ну, позиция понятна. Хотел бы добавить, что мы же строим не здание нового института полномочий или какие-то записи о полномочиях, а пытаемся перенести существующую практику документа оборота в бумажном виде на электронный вид. Да, и пользовательский опыт – это использование именно доверенности, то есть полномочий, перечисленных в доверенностях. Поэтому если нечто электронное оформляется как доверенность и воспринимается как доверенность, нужно ли это называть как-то иным образом? Спасибо. Да, мне не единое, я думаю, сущности множить не стоит, наверное. Вот просто документ в электронном виде. Коллеги, в оставшуюся минус 1 минуту, может быть, у кого-то есть вопросы? Пожалуйста. Да. Добрый день, спасибо большое за такой объем материала. У меня коротенький вопрос. Как будет рассматриваться машиночитаемая доверенность в той ситуации, когда сам документ, который я предоставляю, никак не связан с этой доверенностью? Например, для того, чтобы мне обратиться в Минцифру с запросом, мне как рядовому сотруднику компании необходима доверенность от руководителя, имеющего право подписи без доверенности. Соответственно, он делает для меня доверенность на право
обращение. А дальше документ, который я предоставляю в Минцифру, называется запрос. Как и вот представление, например, представление интересов. Я представлять интересы могу по-разному. Ну, то есть фактически исполнение волеизъявления того, кто мне доверил что-то, оно, вот если в договоре это прописано, и там теоретически это можно выцепить, как быть в ситуации, когда нигде явно, кроме как в доверенности, нет формализации? Да, спасибо за вопрос. Может быть, я тоже отвечу на него, потому что... Да, и Альберт, потом вы тоже. Ну, если можно, я первая отвечу, потому что мы как раз с этой проблемой сейчас сталкиваемся, когда обсуждаем с представителями бизнеса, какие же у них есть полномочия и как их можно кодировать. И все обычно присылают как раз полномочия с формулировкой «представляет что-то» или, скажем, там, ну, собственно, описание функции на самом деле включено в полномочия, в описание полномочий. А мы же сейчас говорим о том, что происходить должно подписание конкретных документов, поэтому мы предлагаем каждую функцию привязать к конкретным документам, которые будут подписываться, потому что сейчас перед нами стоит именно такая локальная задача. То есть, грубо говоря, в моем случае это было бы право на подписание письма. Да, или запроса, или чего-либо еще. То есть вам нужно конкретно тип документа указать. Альберт. Вы сказали, в вашем вопросе содержится на самом деле противоречие, которое мы с вами пытаемся разрешить. Вы сказали о том, что вы отправите запрос в Минцифру, и этот запрос никак не связан с вашей доверенностью. Но если документ электронный, который вы подписываете по доверенности, с доверенностью не связан, то это коллизия, которую невозможно расшить. Надо в документе указать уникальный номер или какую-то иной там, ссылку, что-то еще, или приложить к нему доверенность. Тогда документы доверенности между собой будут связаны. Их надо рассматривать на стороне Минцифры как принимающего, как получателя этого электронного. Мы же сами говорим, да, об электронном документообороте. Конечно, я предоставляю и доверенность, и письмо. Я имел в виду, что в теле самого письма нет никакой логической связки с телом доверенности. С телом доверенности? Ну, с текстом доверенности. С текстом доверенности, с описанием доверенности. Да, 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 да. Вот поэтому я говорю, что мы должны функции, заложенные в описании полномочий, привязать конкретно к документам, и это поможет решить проблему. Да, то есть понял, именно в этом большое. Разрезе рассматриваем. Да, спасибо большое. А какие-то, может быть, еще есть вопросы? Наверное, нет. Да, 0 минут, уже минус 2 или 3 минуты. Коллеги, большое вам спасибо за терпение, участие, за внимание, которое вы нам уделили сегодня. Большое спасибо участникам, выступающим сегодня в рамках круглого стола. У нас есть декларативная часть, да, которую обязательно мы пополним рядом предложений. Я, наверное, сейчас не буду ваше время занимать. Или, Сергей, имеет смысл, да? То есть у нас есть ряд вопросов, которые обязательно нужно будет включить в эту итоговую часть. Это, конечно же, решение тех коллизий, которые у нас сейчас возникают, связанные с проблемой передоверия, с тем, что у нас юридическим лицам не могут быть выданы доверенности, с тем, что у нас представители будут рекомендованы по машиночитаемой доверенности. Обязательно, конечно, нужно все-таки утверждать этот формат. И, конечно же, нужно будет поработать с методологией гармонизации полномочий, кода полномочий, и уже на этапе утверждения документа, который касается классификатора полномочий, его актуализации, наверное, конечно, надо будет эту методологию туда включать, потому что это будут требования к федеральному органу исполнительной власти, который отвечает за актуализацию классификатора. Нужно уже сейчас понимать, как он будет его гармонизировать. Ну вот так вот быстро по верхам все, наверное, охватило. Огромное всем спасибо.